Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні експерти, шановні гості, усі, хто, як завжди, по четвергах у 19:30 збирається у студії телеканалу «Миколаїв», щоб поговорити про найголовніше. І сьогодні саме так сталося, що рівно 2 роки тому ми сьогодні можемо визначити цю дату, або принаймні згадати про ці події. 2 роки тому був розігнаний антимайдан у Миколаєві, і багато хто з нас вважає, що з цього часу почалася, чи принаймні мав початися новий відлік нового часу у новому місті, новому українському місті, адже після тих подій навіть львів'яні жартували, казали, що після того, що відбулося в Миколаєві, навіть ми відчуваємо себе якимись недобандерівцями. Втім, пройшло 2 роки, багато чого відбулося. І саме про це, я думаю, ми сьогодні поговоримо. Як завжди, поговоримо з тими людьми, які не просто так, не теоретично знають те, про що ми сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про це з людьми, які безпосередньо мають до тих подій причетність. Впевнений, буде дуже цікаво, буде навіть гаряче. І за традицією, перш ніж представити наших гостей, я пропоную подивитися сюжет, який нагадає нам ті події. Будь ласка. Наприкінці 2013 року в Україні розпочався громадянський опір. Київський майдан Незалежності став тією плахою, з якою полетіла голова колишнього президента України Віктора Януковича та багатьох інших високопосадовців. Вони створили країну беззаконня. Тотальна корупція, крадіжки, рейдерські захоплення як норма – все це вивело незгодних на вулиці. Спочатку Києва, а згодом і багатьох інших міст України. От тільки на сході та півдні поруч із місцевими майданами функціонували ще так звані антимайдани. Так склалося історично, що Миколаїв вважають російськомовним містом. Точніше, містом більш лояльним до всього російського. І певний час ми могли спостерігати мітинги прихильників «Руского міра» поруч із меморіалом героя-мальшанця. Учасники їх збиралися захищати своє місто від полчищ ворожих бандерівців. Байдуже, що їх тут ніхто не бачив. Керівництво області сказало, що вони є. Це означає, що вони таки є. Власним-то мозком думати ніхто не наказував. У вас є інформація, скільки їх в Миколаєві? За останні дні приїхало в Миколаїв? Значить, по тим даним, які маємо ми оперативно, ті, які нам проінформували люди, 24 января сюди львівським поїздом прибула десь приблизно група більше, чуть більше 25 чоловік. Так. Как нам их определить? Вы называете такую терминологию специфический западный спеццент. Как его определить? Они одеты в спортивную одежду, крепкую спортивную одежду. Практически все имеют за спинами рюкзаки, постоянно с ними передвигаются. И характерный говор. В нашей области всегда было спокойствие и стабильность. Но сегодня их пытаются разрушить. В нашу область свозят группы различных людей из других городов, цель которых – уничтожить стабильность в нашем городе, захватить административные здания, запугать наших людей. Именно так во время Великой Отечественной войны делали нацисты. Цікаво, як змінилася риторика Ігоря Дятлова вже за кілька місяців. От тільки закликам його віриш так само, як повірив би в страйкування бджіл проти меду. Федерація партії регіонів в обласному совєті завтра на сесії обласного совєту об'явить о самороспуску. Акції антимайданівців лише спочатку носили мирний характер. Трохи пізніше, коли заклики керівництва області міцно закріпилися в нестійкому розумі активістів, змінилися і їх плани на майбутнє. Натхнені досвідом зрадників Криму, вони вирішили повторити їх подвиг.
Мы, русскоязычное население, не желаем находиться под гнетом неофашистов, которые напрямую угрожают нам и нашим семьям своими радикальными лозунгами «Москалив на ножи». Мы, славяне, братья и сестры, оказавшиеся втянутыми в политические разборки помимо своей воли. Наши люди не знают уже, к кому обращаться за помощью. Действующая власть не слышит нас и не желает слышать. А оппозиция и радикальные группировки строят далеко идущие планы. Как уничтожить тех, кто не подчинился, остальных же поработить и сделать рабами Европы. Мирные акции протеста не действуют. В наш город начинают съезжаться фашисты, которые собираются в коалиции и провоцируют народ, склоняя к кровопролитию и гражданской войне. Николаев и многие другие города не желают вступления в ЕС и тотального порабощения народа. Неподалік від антимайданівців розбили своє наметове містечко і прихильники Єдиної України – місцевий Майдан. Дуже швидко такі самі миколаївці, тільки з іншими поглядами, стали для тих, хто прагне Новоросії, ворогами та фашистами. А там от уже фашисти, понимаете? И там фашисты. Причем все. С их флагами. Там удар, там это все уже теперь фашисты. А как нам выдурить? Вы не волнуйтесь, девушка, не волнуйтесь. Не хвилюйтесь, дівчину, сказав Костянтин Тістол і обдурив Костик дівчину. Танці на кістках героїв для сепаратистів швидко закінчились. І зовсім немирно закінчились. До речі, силовики тут ні до чого. Де сьогодні функціонери Миколаївського антимайдану знають всі. Хто переховується в Росії, хто взяв зброю та воює за міфічну країну Новоросію, хто в Крим подався, а мали б прикрашати собою інші заклади – пенітенціарні. А чому не прикрашають? То це питання до міліції та СБУ. Традиційно представлю наших гостей. Олександр Нойнєц, засновник інтернет-ресурсу «Петро і Мазепа». Прошу подивитись візитівку. Олександр Нойнєц, засновник інтернет-ресурсу «Петро і Мазепа». Це, цитую, «ресурс русських інтелектуальних націоналістів в Україні». Кінець цитати. Олександр Нойнєц займає активну громадську та політичну позицію і дуже активно обстоює її як на власному інтернет-ресурсі, так і в соціальних мережах. Юрій Бірюков, радник президента України. Будь ласка, візитівку. Юрій Бірюков, також відомий під псевдонімом «Фенікс». З 2014 року радник президента України Петра Порошенко. Помічник міністра оборони України. Український бізнесмен. Разом із групою волонтерів «Крила Фенікса» допомагає військовослужбовцям на сході України. Олександр Жолобецький, народний депутат України. Прошу візитівку. Олександр Жолобецький – народний депутат України з 2014 року. Член депутатської фракції партії «Блоку Петра Порошенко» «Солідарність». Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності. Олександр Жолобецький – активний громадський та політичний діяч. Борець проти продажу міської землі та комунальної власності, проти Будкограду. Олена Кісельова, депутат Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Олена Кісельова, депутат Миколаївської міської ради. Входить до складу фракції міської організації «Блоку Петра Порошенко «Солідарність». Працює начальником юридичного відділу товариства «Україночка». Саме Олену Кісельову нещодавно миколаївський міський голова Олександр Сінкевич запропонував на пост секретаря міської ради Миколаєва. Дозвольте представити наших експертів. Аркадій Дабагян – волонтер. Олег Мудрак – депутат Миколаївської міської ради. Максим Нівенчений – депутат Миколаївської обласної ради, голова громадського об'єднання «Український вибір». Олександр Ухмановський – політтехнолог. Ігор Пох – журналіст, публіцист. Дмитро Янік – громадський активіст. Володимир Бігун – волонтер. Олексій Гаркуша – журналіст, учасник АТО. Андрій Острів – політтехнолог. Наталія Ковальчук – депутат Себінської сільської ради. Юрій Іпатенко – депутат Новоодеської районної ради. І Дмитро Канарський також. Вибачте, Дмитро Канарський – волонтер.
Ми навмисно запросили представників самих різних політичних партій, політичних сил у Миколаївській області для того, щоб сьогоднішня розмова була якомога більш різнобічною. Для того, щоб то справді ми могли почути різні думки різних людей, які мають зовсім різні позиції, хоча в недалекому минулому вони мали чи могли, тобто діаметрально відрізнятися від тих, які вони представляють зараз. Втім, менше з тим, я хотів би зараз запропонувати ще один сюжет, який певним чином перекликається з тим, що ми подивилися на початку нашої програми. Він про те, що відбувається зараз з найбільш відомими фігурантами тих самих подій, про які ми згадали декілька хвилин тому. Будь ласка. Впродовж довгого часу громадськість неодноразово висувала претензії правоохоронним органам щодо їх бездіяльності у протидії сепаратизму та тероризму. Нарешті днями в прокуратурі відбувся брифінг, присвячений саме цій темі. За статистикою, яку надали представники прокуратури та СБУ в Миколаївській області, за період 2014-2016 років розслідувалось 16 кримінальних проваджень за фактами сепаратизму. З них 10 – за фактами посягання на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави. Також за цей період 11 кримінальних проваджень було направлено до суду. Стосовно 7 осіб винесено обвинувальні вироки, стосовно 11 осіб судові розгляди ще тривають. Прокуратура області спільно з Службою безпеки України до осіб, які вчиняють вказані категорії злочинів, застосовується виключне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І ми виходимо з цим запобіжним заходом до суду для обрання цієї міри. Але присутніх на брифінгу громадських активістів та представників місцевих ЗМІ більше цікавило питання, чому головні прихильники та пропагандисти «руської вісни» і створення Новоросії ще й досі без перешкод пересуваються містом і областю, та навіть залишаються депутатами міськ та облрад. Як зазначив Андрій Василенко, ці особи знаходяться у так званій групі ризику, і їх дії та слова постійно моніторяться. Только мы видим о том, что эти люди позволяют ходить за рамки действующего законодательства, мы определенным образом реагируем. Вы можете просто не знать как, но поверьте, они бывают очень часто у нас в здании по разным вопросам. И на сегодняшний момент говорить о том, что у нас есть основания для того, чтобы объявить ему подозрение, либо там задержать, то, наверное, это было бы неправильно. Присутніх особливо цікавили дії правоохоронних органів стосовно таких осіб, як Антон Половенко, Євгенія Бондаренко, Геннадій Ніколенко та інші. А найбільшої уваги громадськість приділила найяскравішій особі з цього списку – голові обласної ради до кінця лютого 2014 року. Як повідомив Андрій Василенко, Ігор Дятлов ще й досі не був фігурантом в жодному кримінальному провадженні слідчого відділу СБУ. Експертиза проводилась в Харківському інституті судебних експертиз імені Бакаріуса. У мене, є довір'я до цього учреждення. Проводилась експертиза в Київському інституті. Та за висновками двох експертиз, в діях і словах пана Дятлова так нічого і не було знайдено, що здається дуже дивним, беручи до уваги, що є сотні свідків сепаратистських виступів Дятлова і йому подібних. Вы просто поймите одну простую вещь, что самые заинтересованные в том, чтобы этих людей изолировать при наличии определенных оснований, это прежде всего мы, Служба безопасности Украины. И не меньше переживаем, чем вы, за эти дела, за этих людей, за борьбу с терроризмом, сепаратизмом, а иногда, наверное, и больше. Но при этом, при всем при этом, мы понимаем одну простую вещь, что завтра мы придем в тот же суд, завтра появится тот же адвокат, который... просто с учетом того, вот эти все моменты, мы про них немножко забудем, процессуальные, юридические, то вот эти вот описанные мною лица сделают все для того, чтобы этот человек завтра вышел. И тогда вы завтра же зададите вопрос, а куда же смотрели, как вы его задерживали, о чем вы думали. Поэтому решения, которые носят юридический определенный результат, последствия, оно должно быть обдуманное, соответствовать уголовно-процессуальному кодексу, и если мы, если вы заметили, за последние два года, если мы кого-то задерживаем,
наверное, процентов на 99 это оправдано и заканчивается положительным результатом. По крайней мере, мы все для этого делаем. На даний час прокуратура та СБУ Миколаївської області віддали матеріали по справі Дятлова на ще одну експертизу. Та громадські активісти вже ставлять під сумнів висновки експертів подібних державних установ і порекомендували правоохоронним органам звернутися до інших незалежних експертів. На жаль, під час сюжету режисер не показали, який здоровий дитячий сміх тут панував у залі, причому в нашій студії, причому сміялася з обох боків. І справді, мені здається, що певні слова, певні реакції нічого іншого не заслуговують. Втім, давайте послухаємо, що з цього приводу думають наші гості, які досить весело і жваво сприймали цю інформацію. У вас є по традиційній хвилині на початку програми. Будь ласка, пане Олександре. За традицією, гості нашої програми на початку передачі можуть протягом хвилини визначити свою позицію щодо теми, яку ми зараз обговорюємо. Що для вас є найголовнішим? Можливо, це певна квінтесенція того, про що ви хотіли поговорити. Я, чесно говоря, я не дуже маю відношення до перемоги над сепаратизмом, яка тут відбувалася 2 роки назад. Я здесь недавно, и, вероятно, победа была 2 года назад, но сейчас говорить о том, что сепаратизм побежден, как-то не очень актуально. Мне кажется, что он как-то вернулся на место. Вот. А в целом, насчет того, что сказали господа из СБУ, я к этому отношусь. Сепаратизм – это в голове, и поймать за мысли в голове очень трудно. Поэтому его вроде бы все видят, но конкретно за него ловить очень неудобно. Это как Капоне ловить за бандитизм. Поэтому я считаю, что если у нас действительно курс на решительную борьбу с сепаратизмом, то надо поступать точно так же, как поступали с бандитизмом Аль Капоне, и брать за экономические вопросы. Кажется, это не очень сложно. Спасибо. Я напомню нашим зрителям, что именно Александр Нойнец ввел в обиход Фейсбука, хотя, в общем-то, изобретение не совсем его, но, тем не менее, именно с его легкой руки появился на Фейсбуке такой злорадно-веселый хэштег «Это не мы». И именно под этим девизом происходят многие вещи, о которых говорит Александр. Я думаю, Юрий подхватит эту эстафету. Не мы. Абсолютно не мы. Обстоятельства так складываются. Николаев для меня родной город, и в нем я был и в 2014, и в 2015 году, и как-то градус патриотизма начал падать. Если в 2014 году действительно был всплеск, то потом какая-то появилась в глазах тоска и депрессия. И сейчас это нужно просто опять вернуть на место и четко обозначить. Николаев – украинский город, и никаких других вариантов здесь не будет. Спасибо. Александр Жолодецкий, пожалуйста. Знаете, посмотрев эти сюжеты, и действительно окунулся вот именно в те события, потому что непосредственно я, как и многие здесь сидящие, мы были участниками тех событий. И... К большому сожалению, сегодня социологические наши опросы показывают то, что около 30% наших жителей нашего родного города Николаева, они вот поддерживают, скажем так, эти настроения, что очень для меня, безусловно, мягко говоря, не радует. И согласен, наверное, с Юрием, с этим нужно бороться, в первую очередь, наверное, и экономически, чтобы убрать экономическую подоплеку именно с тех людей, которые призывают подобным, призывали и до сих пор призывают подобным вещам. Если мы это сделаем, то я думаю, что и в головах у них, может, если не поменяется, но, по крайней мере, призывы мы больше не услышим. Спасибо. Елена Васильевна, пожалуйста. Я скажу коротко. 2 года назад в те события, в принципе, была одна ситуация. Тогда разум победил. Независимо от того, сепаратизм был или просто патриотические силы все-таки поняли, что за город нужно брать ответственность, большинство здравомыслящих людей приняли на себя ответственность и поступили так, как поступили. С той стороны, возле памятника Альшанцев, были люди, как активно транслирующие действительно идеи сепаратизма, а были также люди, наши граждане, которые стали жертвой манипуляций. И вот наша, наверное, основная задача все-таки разделить жертвы манипуляции, дать им посыл о том, что сепаратизм – это плохо для жизни, сепаратизм – это плохо для домов, сепаратизм – это плохо вообще для здравого смысла.
Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начала, самое главное, чтобы разум победил. И поэтому мы будем стараться все-таки поступать так, чтобы люди это поняли. Спасибо, Елена Васильевна. У нас сегодня очень много сюжетов, один другого показательней и, так сказать, контроверсійний, більш контроверсійним є він. Але я пропоную зараз подивитися опитування, яке ми підготували для цієї програми. Повірте, воно виглядає, мабуть, дещо задовгим, але це тому, що ми все ж таки ретельно намагалися, ну, якось якийсь баланс думок представити. Втім, практично усі, кого ми опитали, ну, за виключенням тих, хто взагалі відмовився говорити на камеру, казала саме те. Ось моя колега Юлія це робила, вона каже, мені весь час казалося, що я щось недочуваю, бо це мої ровесники, які мають думати, ну, принаймні, за, ну, наш погляд, мали б якось інакше сприймати ці події. Втім, подивіться, будь ласка, про що вони кажуть. Саме на цьому місці 2 роки тому миколаївці, згуртувавшись, розігнали антимайдан. Сьогодні дізнаємось на вулицях міста, що для людей значить ці два слова – майдан та антимайдан. Приставка «анти» – це щось проти. Тобто проти майдану – це, скоріше всього, ті люди, які, ну, стоять, що ли, проти майдану, ті, які голосують проти майдану, і тим, яким не подобається те, що случилось після цього майдану. А що для вас означає слово «майдан»? Ну, мне кажется, что все-таки люди, которые стояли на этом Майдане, они стояли за свободу, за равенство, возможно, за то, чтобы их услышала власть. А то, чего они добились, возможно, я все-таки считаю, что это не то, чего они хотели. Нічого, ми не хочемо відповідати на такі питання, вибачте. Добре, а якщо Майдан? Ну, щось страшне. Жалко людей, які там були і все. Антимайдан? Нічого. Не знаю. А Майдан? Майдан? Ну, те, що я бачив по телевізору, це коли збирались люди та вони намагалися щось зробити для нашої країни. Тобто щось добре. Не те, що показували по телевізору, що вони там кидали якісь речі, а те, що вони намагалися щось зробити добре для України. Скажіть, будь ласка, коли ви чуєте слово «антимайдан», які почуття воно у вас визиває? Ніяких. Чому? Дівушка, я не хочу розмовляти на цю тему. А якщо Майдан, щось викликає у вас це слово? Ніяких. Чому? Чому це має викликати у мене якісь чувства? Ви з України? Да. Плохі. Дуже плохі. Тому що, якщо б його не було, не було б цієї війни. Скажіть, будь ласка, а Майдан, що у вас викликає це слово? Просто конфлікт. Це, ну, як вам об'яснити? Просто люди, які захотіли зробити те, чого не потрібно було робити. Не було б тих жертв всіх. Не було б друзів погибших, не було б чого цього сьогодні було. Антимайдан? Ніяких, напевно. Тому що я не так близька до цієї теми, можливо, як інші люди. А скажіть, будь ласка, слово «майдан», чи викликає воно у вас якісь емоції? Ну так, дійсно, це частина історії країни. Це ті події, які нещодавно були у нас і торкнулись життя багатьох людей. Ні, не викликає. Я на пару спішу, звиніться. Дізнаємось у городян, що, на їхню думку, сьогодні б сталося з Миколаєвом, аби тоді антимайдан закріпився у місті. То, что вы, наверное, помните, когда защищали вот этот памятник, как эти люди пострадали, которые 30 человек лежали в СМП с тяжелым ранением, то бы было сегодня. А Бог его знает. Никто не знает этого, что бы оно было. Что-то было бы. Війна началась, и це б люди сильно постраждали. И так мы знаем, что зараз багато гибнуть солдатів. Звичайно, що дуже несправедливо. Можна без коментарів? Я не знаю, як відповідати на цей вопрос. Я не за війну, я не за Майдан, скажімо так. Я взагалі була, ну, противником, щоб взагалі таке там устраивали.
Но вернуть то время назад, конечно, тогда было лучше, чем сейчас. Сейчас просто вообще, ну скажем так, вообще не разбериха. Ни в правительстве, ни в стране, ни в городе, вообще нигде. Ничего хорошего. Якщо б антимайдан закріпився у Миколаєві тоді, 2 роки тому, що було б з містом? Без поняття, не знаю. Я об этом как-то и не думал. Та тоже, що і сейчас бардак. Можна я утримуюсь від цього питання? Скажіть, будь ласка, чи взагалі слово антимайдан викликає у вас якісь емоції або почуття? Ні, це було дуже давно і це просто історія. А Майдан? Це також історія. Отже, я цілком можу спрогнозувати, що певні однопартійці наших гостей, мабуть, якщо не сьогодні, то принаймні завтра зранку обов'язково напишуть у відповідні органи заяву про те, що на державному телебаченні ведеться російська, проросійська пропаганда, яку можна брати і показувати по російських телеканалах на підтримку Новоросії. Таке вже у нас бувало. Втім, це справді те, що кажуть люди на вулиці. Будь ласка, Володимир Мігун. Здесь в этом сюжете говорили, что это называют антимайдан, противоставляя Майдану. А я скажу, что это не антимайдан уже был. Когда подняли российские флаги и кричали, что это какая-то непонятная Новороссия, Юго-Восток, это уже не был антимайдан. Поэтому 2 года назад в зародыше это понятие николаевцы разбили. Не надо называть это антимайданом. Антимайдан был на Европейской площади, с возимыми автобусами, поездами, всем остальным, чем можно. А те Майдан здесь загоняли, или люди по своим убеждениям приходили. Но когда подняли флаг другой страны, звали сюда войска, Путин веди, Крым спасен, и мы будем спасены. Это уже не был антимайдан. Поэтому люди показали, дали свою оценку этим событиям. И слава Богу, что это произошло в тот момент. Не дошло до Краматорска, Славянска и так дальше. Не дай Бог, чтобы это растянулось по всей Украине. Поэтому никакого Юго-Востока или так званой Новороссии именно николаевцы не дали пойти вперед. Это не антимайдан. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Все желающие, напоминаю, просто обозначайте вашу готовность говорить. Пожалуйста. Спасибо большое за слово. Я хочу дополнить немножко сюжет ваш, разбавить выборку, так сказать, потому что все, наверное, заметили, что все местные заметили, что опрашивались студентов около университета Сухомлинского. Возможно, это не очень репрезентативно, как для молодежи. Я не знаю, может, действительно ректор поработал, может быть, там. Я считаю, что около Могилянки была бы другая ситуация, которую, кстати, я тоже заканчивал. Я хочу сказать, что ответить за этих людей, что антимайдан – это технология, а майдан – это какое-то проявление гражданского самосознания, души людей. И точно так же, собственно, к ним и надо относиться. То есть с технологиями нужно, мне кажется, бороться технологиями, а с майданом они никак побороться не могли, потому что его побороть нельзя, не имея никакой души. Пожалуйста, Лена Васильевна. Я в дополнение насчет душевности скажу такую, да, мысль. Смотрите, у нас в начале сюжета прозвучала там фраза о том, что защитники памятника. И это была действительно технология, на которую некоторых николаевцев подкупили, потому что априори защищать памятник не было никакой необходимости. Просто кто-то очень умело в тот момент эту ситуацию подогрел и... В принципе, на это купились многие местные жители. А и слава Богу, действительно, что жители Николаева показали свое отношение к тому, что Николаев – это украинский город, и никакие идеи Новороссии у нас действительно здесь не пройдут. И это была та позиция о том, что мир, благополучие и, в принципе, целостность наших семей для нас – это самое главное в жизни. Поэтому спекуляции мы здесь не допустим. А я была тогда участником событий, как бы, когда приходили представители, так сказать, защитников памятника, которые половина были, это те люди, которые, ну, реально, они не понимали, почему они там, но их идеи были точно не идеи Новороссии. Они вот зациклились на защите памятника, которому никаких угроз не было.
Спасибо. Александр Нонец, пожалуйста. У меня, кстати, вот я действительно помню этот момент 2 года назад, когда собрались люди с тем, чтобы защищать памятник. У меня вопрос действительно исключительно технологического свойства. То есть, ну, мы же как бы здесь все из Николая, мы видели этот памятник. Это огромная чугунная чушка. Сколько нужно людей для того, чтобы его разрушить? Ну, нисколько, как бы люди не могут его разрушить. Его надо как-то взрывать, сносить, подвозить технику. Ну, то есть этого ничего не было. От чего защищали этот памятник, я понять не могу. И вообще я хочу заметить, что в Николаеве очень много памятников. Почему защищали именно этот памятник? То есть, ну, он очень удобно расположен. Они другие были памятники советскому наследию. Там в сквере 61-го этого коммунара стоит памятник. Он стоит рядом с администрацией, и там логистика другая. Он тоже очень огромный, его тоже фиг снесешь. Ну, и почему его не защищать? Где логика? Я вот, честно говоря, удивился. Есть что сказать здесь, да, пожалуйста? Да, меня вот другое совсем сильно расстроило. Это причинно-следственная связь, которая почему-то у людей в головах, что из-за Майдана началась война. Ну вот с точки зрения человека, который проработал 1.5 года в Министерстве обороны, могу сказать, что подготовка конкретно к аннексии Крыма началась где-то в середине 2013 года, когда Майданом еще не пахло. Ну и подготовка Майдана начиналась тоже не с 21 ноября, или с 19. Не знаю, меня вот мое участие на Майдане никто не готовил. То есть я увидел, что происходит. Мы не говорим о вашем присутствии, мы говорим о подготовке Майдана. Ведь вы же тоже согласитесь, что у наших людей есть такое желание быстро и внезапно получить благо. Это такая ловушка ума. И нам действительно казалось, что вот только роспись, и вот мы уже в Европе получаем много денег, еще и в евро. Мне так никогда не что казалось. Же непонятно. И многие действительно выходили на в Европу, что вот мы выйдем на Майдан, вступаем в Европу, и дальше у нас получается, как только, конечно, был на Майдане. Лучше... Конечно. Я был на Майдане, я могу сказать, почему я был на Майдане. Я действительно был на Майдане, потому что мне не нравилось то, что делала партия регионов. Но когда я видел, к чему шел Майдан, и Майдан, если начинался за то, чтобы не было давления, не было тотального и тоталитарного контроля, когда вы же знаете прекрасно, что Януковича сын уже узурпировал фактически всю страну. И вот против этого был Майдан. А когда постепенно с Евромайдана это приходили, побили студентов, потом дальше мы уже за другие протестуем, против закона 16 января, которые сейчас принимаются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это была целая технология по раскачиванию. Я не думаю, что это нужно отрицать. И это точно такой же вопрос. Олег Мудров, пожалуйста. Давайте, единственное, прошу, господа, я понимаю, каждому есть что сказать, поэтому давайте просто более коротко излагать свои мысли. У меня вопрос все-таки как участник тех событий, какой такой технологией 1 декабря можно 1 000 000 человек вывести на улицы Киева? Технологией дебилов, которые студентов, та власть должна была охранять плотным кольцом и не допустить их избиения. Да? А пошли по чисто криминальному понятию, да, избить, унизить, и это вызвало всплеск. Какими такими другими технологиями можно было людей под пули гнать? Вот, знаете, не все в этой жизни технологиями вот измеряется. Господа, у нас есть специально обученный технолог Андрей Острев, который обычно видит ситуацию изнутри, и я предлагаю ему это прокомментировать, хотя, по-моему, он не очень хочет говорить правду. Андрей, пожалуйста. Ну, что вам сказать? Я не верю в слова, что нет технологий. Но технологии есть всегда. В каком-то проявлении зачастую происходит, скажем, неконтролируемых вещей, да, если, то есть, можно что-то спрогнозировать, да, технологически, то очень трудно просчитать возможные, скажем так, случайные всплески. То, что, если говорить о Майдане, ну, ярко выражены были там 3 момента, которые стимулировали народ на Майдан. Я не могу сказать о том, были они искусственно созданы, или это была цепь случайности, я говорить не могу, я не владею настолько этой информацией, но говорить о том, что народ стимулировался вот этим стимулом, да, вот, скажем, там тех же студентов, ну да, да, они вышли на Майдан, и более того, это было действительно сознание, это как бы был факт, который привел на Майдан. Я, например, ну, очень сомневаюсь, что студентов специально загнали, избили, и народ пошел. Ну, то есть это так. А вообще это классическая технология объединения вокруг общего врага.
и социального взрыва. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к Елене Васильевне, ну и, собственно, вот к Александру Нонису и Юрию Бирюкову. Они, конечно, как бы, ну, непосредственно к исполнительной власти отношения не имеют, однако все-таки мне кажется, что будучи членами, ну, Александра Нонина, просто, так сказать, рядом сочувствующие, да, ну, правда, не Опоблока же вам сочувствует, ну, логично. А Юрий Бирюков, так, с недавних пор представляет здесь партию Петра Порошенко. Соответственно, ну, по крайней мере, ну, может быть, где-нибудь там в кулуарах вы беседовали, да, с депутатами городского совета. Недавно у нас, буквально пару дней назад, вчера, да, прошла сессия так, знаменательного очень городского совета. Во вторник, прошу прощения. Во вторник. Просто оно было такое яркое, что кажется, что это было вчера. Действительно, это было очень показательно. Опоблок дружно пробойкотировал это мероприятие. Причем у нас тут есть внутреннее такое подозрение, что, скорее всего, они просто все дружно не пришли для того, чтобы Игорю Сергеевичу так и не удалось вручить приглашение на сегодняшнюю передачу. Вы могли видеть нашу переписку с ним в интернете. Мы его приглашали, однако он традиционно нашел способ объяснить свою трусость. Впрочем, давайте посмотрим сюжет. Он, возможно, в известной степени окажется противовесом тому сюжету, который мы видели с опросом. Там люди настроены совсем по-другому. Но и там даже есть маленький фрагментик, как Юлия пытается вручить, ну, собственно, и вручает представителю Игоря Сергеевича там от Опоблока приглашение, каковое не было принято. Но суть сюжета не в этом. Суть сюжета в том, что вот позиция городского совета выглядит очень удивительно. Вроде никто не мешал, никто за рукава не хватал, никто за фалды не дергал. А вот такого простого и, в общем-то, всеми ожидаемого теми патриотами, которые там вот собрались тогда под горсоветом, решения так и не было принято. Давайте посмотрим. Близько 30 мітингувальників закликали Миколаївського міського голову та депутатський корпус підписати папери про розірвання відносин з містами країни-агресора. Також люди висловилися проти того, що будівлю міської ради і досі прикрашає радянська зірка. Мовляв, якщо Верховна Рада України змогла позбавитись цього символа, то чим наше місто гірше? Ми вже підходили до Сінкевича, розмовляли йому, ми пропонували йому подписать одну единственную бумажечку, уведомить Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск о том, что когда наших хлопцев убивают на Востоке, дружить с Москвой не надо. За словами представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Наталії Грудініної, активісти виступають проти депутатів-сепаратистів, які, на їхню думку, не виконують закон про декомунізацію. Досі на будівлі міської ради красується радянська зірка. Може, для депутатів з блоку, з руського блоку, вибачте, він зараз називається «Нова держава», фракція, бивший руський блок. Воно і досі приємно, ці солодкі спогади про Радянський Союз, про радянську зірку. Для нас, для українців, для української нації, для української держави радянська зірка – це символ знищення української нації. До активістів так ніхто і не вийшов. Люди простояли до початку сесії та розійшлись, не отримавши жодного коментаря від депутатського корпусу або міського голови. Зазначимо, що представники опозиційного блоку на сесію не прийшли. Мотивували свою відсутність протестом проти тієї політики, яку проводить влада в місті і області проти опозиціонерів. Знімальна група намагалась запросити лідера опозиційного блоку Ігоря Дятлова на сьогоднішню програму, передавши офіційне запрошення. Офісу ми не знайшли, а приймальня лише для виборців. Нам вдалося передати лист через представника, який єдиний був присутнім на сесію. На камеру приймати запрошення відмовився. Тільки через вас. Хорошо, я передам Ігорю Сергеевичу лично, правильно? Да. Спасибо. А если можно, как ваша фамилия? Рябец Дмитрий Николаевич. Спасибо вам большое. Итак, ну вот, Елена Васильевна, можно погромче насчет того, кто там тетушек организовал? Зрителям тоже это интересно будет послушать. Кстати, на самом-то деле, все вроде все знают, да? Однако единственная статья, которая конкретно называла имя того, кто занимался организацией тетушек в Николаеве, оплата и так далее, закончилась для смелого, но не очень осмотрительного автора тем, что
герой этой статьи в суде доказал свою правоту, неправоту этого самого автора, выставил ему достаточно существенный иск. И особо пикантный момент, что никто из ныне руководящей партии не пришел его защитить. Не было там ни адвокатов, ни юристов, никого бы то ни было, кто доказал бы все-таки, по крайней мере, двусмысленность ситуации. Однако, Елена Васильевна, это дело давно минувших дней. Если хотите, можете рассказать о том, кто организовывал тетушек. Наверняка зрителям будет интересно. А то, что наверняка хотелось бы услышать, это вот комментарий по поводу ситуации из этого сюжета. Из этого сюжета, в принципе, ситуация достаточно пикантная. О том, что было такое предложение рассмотреть на сессии этот вопрос, я узнала только что из сюжета. Сегодня сессии у нас проходят в режиме открытого доступа, и любые то есть представители могли зайти на сессию, первое, зачитать свою резолюцию, второе, если бы действительно была такая цель принять решение у тех, кто хотел его, выступали инициаторами, они могли зайти и инициировать это. И я думаю, что все депутаты, сидящие в зале, вот именно во вторник, именно в тот день, наверное, были бы готовы проголосовать за такой проект решения. Но к большому, наверное, не знаю, или стечению обстоятельств, или к большому счастью тех, кто не хотел бы за это голосовать, этого проекта решения мы на сессии не видели. И, в принципе, говорить о том, что никто не вышел, да, я как депутат городского совета, наверное, беру на себя меру ответственности о том, что я не вышла, но я не собираюсь в этом каяться, потому что я действительно не знала об этом митинге. Есть рабочий процесс. Ты зашел в горсовет, зарегистрировался, и с учетом того, что все находились в каком-то напряжении, ожидании, чтобы собрался кворум тот, который должен действительно проголосовать решение, о которых было договорено, то все находились в зале. Поэтому я понял, вот один дополнительный вопрос, так сказать, вдогонку. Я не берусь судить об объективности этой информации из СМИ, однако, согласно тем данным, которые недавно появились в интернете, ни один земельный вопрос, тот самый, да, как известно, опоблок, особенно лаком именно до этой тематики, даже не выносился на сессию. С одной стороны, понятно, опоблок не мог бы помешать решению голосованию за все эти вопросы. С другой, их просто не обсуждали. Ждали 12-го, когда опоблок образумится, придет и как-то примет участие в этих процессах? Нет, есть просто, скажем так, здравый смысл и формальная логика. Решение было принято, самое главное. Мы рассматривали программы. Это то, что важно для горожан. Вы их за 2 часа рассмотрели? А? Вы их за 2 часа рассмотрели? Ну, да, вы очень гордились тем, что сессия закончилась очень быстро. У вас не было времени для решения этих вопросов? Просто прежде чем рассмотреть 2 часа вопросы, есть определяющие порядок и утверждается регламент, какие вопросы мы будем голосовать. И так как консолидированное решение зависит от 3 фракций, было принято решение голосовать важные вопросы для всех горожан. А земля и рассмотрение просто тех моментов, которые планируются на сессию, сейчас я не буду вас утруждать вопросами зонинга, в принципе, нам это отдельная тема для отдельного разговора. Земельные вопросы, которые сегодня у нас готовятся на сессию, это, в принципе, бутафория. Они никаким образом, даже если проголосовано решение, дальше реализацию не находят. Поэтому по земле это вообще отдельная дискуссия. И к теме, скажем так, сессионного проведения сессии мало отношения. Это точно не политическое. А программы – это действительно освита, это культура, это здравоохранение. Это все программы, от которых зависит сегодня жизнедеятельность. И которые были заморожены до 31 марта. И действительно, с 1 апреля они должны были начинать работать. Под них еще нужно принять бюджет. То есть причинно-следственные связи для того, чтобы город жил. И вот вчера, во вторник, коалиция продемонстрировала то, что мы действительно отвечаем за город и понимаем степень ответственности. Спасибо большое. Исчерпывающий ответ, Юрий Сергеевич. Пожалуйста, тогда объясните мне. Вот вы вдвоем с Александром говорили о том, что, да, собственно, и Александр Александрович присоединился к этой мысли, о том, что, коль скоро нет у нас метода против Кости Сапрыкина и политически, да, вот ничего, оказывается, никто никому предъявлять и не собирается, а если даже кто-то и предъявляет, то проигрывает в суде, то, наверное, вот правильный вот путь как раз вот этот самый экономический. В общем-то, классическая история, как известно,
маршал фельдмаршал Монтгомери победил Роммеля, не уничтожив его физически, а просто отрезав его от путей снабжения. В итоге, в общем-то, тому пришлось проиграть это самое большое противостояние в Северной Африке. Вы действуете классически правильно. Монтгомери за это получил орден победы. Я думаю, что и вам встретит что-нибудь подобное. Однако, скажите, пожалуйста, сейчас Елена Васильевна сказала, что, оказывается, политика, политика, экономика, экономика, ничего не надо смешивать. То есть мы опять будем ждать, пока придут люди, которые на самом деле, прикрываясь политикой, решают свои экономические вопросы, и опять будем договариваться. И вообще, каково ваше видение перспектив вот той кампании, которую мы с вами по телефону называли крестовым походом? Я, кстати, наше, так сказать, рабочее название, это как раз вот матч БПП Апабло, крестовый поход или стрельба холостыми. Мне бы хотелось, чтобы к концу программы мы поняли, что это у нас... Павшие? Пожалуйста. Так вы предлагаете стрелять боевыми? Ну, я думаю, что многие здесь присутствующие вполне разделили бы это предложение, высказанное в риторической форме. Я не предлагаю, я уточняю, вы предлагаете стрелять боевыми? Я давно уже в этой студии говорю о крайней привлекательности в некоторых случаях суда Линча, однако, пожалуйста, не расценивайте эти заявления как экстремизм, это мое личное мнение. Я просто хочу спросить об эффективности ваших экономических действий, которые вполне возможно приведут к такой же самой разгромке, такому же самому эффектному разгрому группировки противника, как это было сделано в Северной Африке фельдмаршала Монтгомери. Но опять же, пользуясь хэштегом «это не мы», напоминаю, что я, в общем-то, ни как советник президента, ни как руководитель областной организации БПП «Солидарность» никакого влияния на подрыв экономической базы, какой бы то ни было партии, не могу иметь. У нас для этого есть прокуратура, служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, суды. И вот они пусть этим и занимаются. А вы же говорили, что... Тщательно. Тогда, Максим, одну секундочку. Прямо для вас ответ в нашем сюжете. Все мы знаем о бриллиантовых прокурорах. Давайте посмотрим поподробнее насчет прокуратуры и всего остального. Довіра до влади та закону зникає, коли їхні представники, які скоїли злочин, залишаються безкарні. В незалежній Україні це, на жаль, не просто тенденція, а вже традиція. Злочин, за який пересічний громадянин може грати, представник владної еліти відбувається лише переляком. Справа діамантових прокурорів стала справжнім лакмусовим папірцем реальної роботи генпрокурора Шокіна. Ще не так давно він заявляв, що це розслідування буде доведено до кінця, що це принципове питання для ГПУ. Натомість зараз відомо, що на прокурорів та працівників СБУ, які провели блискучу операцію із затримання високопосадовців ГПУ, підозрюваних у корупції, чиниться шалений тиск. Операція проводилась під керівництвом заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і голови СБУ Василя Грицака. За її результатами перший заступник генпрокурора Володимир Гузар доручив порушити кримінальну справу стосовно Сакварелідзе за статтею захоплення державних установ. Отже, ловити за руку чиновника-корупціонера в нашій державі, навіть якщо ти заступник генпрокурора, також небезпечно. Здається, українська Феміда позбавлена не тільки зору, а й здорового глузду. Іншою приголомшливою новиною стало закриття справи проти екс-голови партії регіонів Олександра Єфремова. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, справу закрив прокурор Зимогляд за відсутністю складу злочину. Крім того, йому повернули заставу. Не будемо забувати про оточення одіозного політика, яке підтримувало і підтримує проросійські настрої. Майже одразу Генпрокуратура спростувала інформацію про закриття справи проти Олександра Єфремова. Однак зауважила, що закрили справу про екстремізм. Щодо інших звинувачень розгляд триває. Нагадаємо, що Олександр Єфремов підозрювався у скоєнні злочинів за кількома статтями Карного кодексу, а саме зловживання службовим становищем з тяжкими обставинами та службове підроблення. Про це в ефірі каналу 112 повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко. Під час того ж ефіру забезпечили закриття справи проти Юрія Іванющенка. Бізнесмен часів Віктора Януковича, відомий як Юра Єнакіївський, народний депутат, був оголошений у розшук. Однак суддя Дніпровського суду Микола Чаус 1 квітня постанову про розшук відмінив. На першоквітневий жарт зовсім не схоже. Не відреагувала влада на пікети за звільнення судді Чауса. Прокурор ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі каналу 112 прокоментував таке рішення.
Дійсно, є рішення на суді Дніпровського районного суду Чауса від 1 квітня, тобто сьогодні, про те, щоб скасувати постанову слідчого про оголошення розшуку Іванівченко, постанову про зупинення слідства у зв'язку з виконанням міжнародного правового доручення, а також скасувати дозвіл суду на затримання та доставку до суду Іванівченко. Саме кримінальне провадження, звичайно, не закрите, тобто підозра існує і далі Юрія Іванівченко підозрюється в чиненні злочину, передбачено статтею 191, це розкрадання коштів державного майна і незаконному збагаченні. Вільно ходить вулицями столиці і інший одіозний політик. За якою іронією долі кум Володимира Путіна Віктор Медведчук перебрав на себе роль переговорника між Україною та ДНР ЛНР? Людина, яка фактично привела на терен України «Руську весну». Політика звинувачують у сепаратизмі, але не правоохоронні органи, які б мали це робити, а активісти. Україною прокотилася хвиля акцій «Медведчук під арешт». Пікети були під управліннями СБУ у різних містах країни. І знову ніякої реакції з боку влади. Хіба що найбільш гучних активістів посадять за грати, але не Віктора Медведчука. Після Майдану, який привів до влади сьогоднішнє керівництво держави, минуло 2 роки. Часу достатньо, аби розслідувати і покарати винних. Тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, хто віддавав накази стріляти, хто допустив окупацію Криму і знищення Донбасу. Поки що за грати потрапляють активісти Автомайдану, учасники АТО, які вимагають від влади виконати обіцянки, що давались у лютому 2014 року. Цього не сталося. Сподіваємось, поки що. Олена Міщенко для програми «Контраргумент». В качестве вишенки на торт этого сюжета я хочу сказать, что у нас пикеты розни. Например, один пикет под судом совсем на днях привел к освобождению досрочного условному убийцы, экс-депутата Лозинского. Главным причиной, как я понял, главным мотивом для освобождения его стало то, что он содержал в порядке свою тумбочку в на зоне. Так что, я понимаю, так что одни пикеты к одним пикетам можно прислушиваться, а другие совсем не замечать. Макс Неменченко, пожалуйста. Да. Я хотел бы задать Юрию Сергеевичу вопрос. Вот, и видя вот эти все сюжеты, у нас как-то вот такое стремление, вот взяли власть, блок Петра Порошенко является действительной властью, и вместо того, чтобы реализовывать реальные какие-то программы по улучшению, вот мы сейчас обсуждаем, кого же еще не посадили, кого же там, с кем еще не расправились, кто там неправильно мыслит, у кого еще, слава богу, есть деньги, как это так, давайте же бить экономически. Вы на своей странице Facebook, я читал, заявляли о том, что вы беседовали со следователем, вот у вас есть вопросы к Дятлову. Вот у меня такой вопрос. Вы, в принципе, должны молиться на то, что Дятлов у вас такой лидер оппозиции, у нас такой лидер оппозиции, которого вот вы рык сделали, он уже на сессию не пришел. Вы сделали, да. Но по сути, он по большому счету сливает все интересы оппозиции. Но я хотел бы выступить в данном случае в его защиту. Я хочу обратить внимание наших зрителей, что Максим такой оппозиционер, что оппозиция выгнала его из оппозиционности, из оппозиции. По этому поводу, помните, есть такая замечательная характеристика, бендюжник Мендель-Крик, который среди бендюжников слыл грубияном. Пожалуйста. Я хотел бы закончить вопрос, да. И маленькую ремарочку, меня не выгнали, а я ушел из-за того, что отсутствие оппозиции в оппозиции, они просто полностью сливают все интересы, как в области слили, и сейчас продолжают это делать в городе. И вот у меня вопрос в большей степени к Юрию Бирюкову. Скажите, вот если вы, например, там примените все санкции, следователи, прокуроры, СБУ по отношению к Дятлову, вот, ну, гипотетически вы там с ним расправились, как с политической фигурой, но ведь согласитесь, что от вас ожидают другого. От вас хотят видеть стратегии развития области, само развитие, чтобы понимать, какие объекты вы будете развивать, инфраструктуры, какие-то, может быть, политические какие-то моменты. А в данном случае вы говорите, вот у нас недостаточно патриотизма. Что патриотизм сам по себе дает простому человеку, который просто уже отказывается в эту играть? Что именно вы можете предлагать? Вот об этом сегодня речь. Потому что сегодня расправа над Дятловым, ну не дай бог, вы сейчас его там посадите или что-то сделаете. Что выиграет простой человек? С вашим приходом, так, с вашей программой. Давайте вот отделим одно от другого. Я точно Дятлова не посажу, у меня таких полномочий. Со следователем. В
Второе, я как бы как советник президента Украины имею право обратиться в службу безопасности Украины и узнать расклад по тем или другим лицам в Николаевской области, что я, собственно, и сделал. Тайну следствия мне не передавали, они не имеют права, а я тайну следствия, соответственно, не рассказывал у себя в своем Фейсбуке. Правда? То есть я констатировал факт, да, я пообщался не только по лидерам оппозиции, я вообще просто хотел узнать криминогенную ситуацию по Николаевской области. Я ее, в принципе, узнал. Она вас порадовала? Нет, она меня удручила на самом деле. Особенно связанная с оргпреступностью. Значит, если вы думаете, что я с утра за вечера только и думаю, как бы рыкнуть на господина Дятлова, да нет, наоборот, я последнее время через все тот же Facebook его призываю вернуться. Вернуться в Николаев, потому что очень хочу с ним познакомиться и пообщаться. А отнюдь не рычать на него. И на фоне всего этого мы еще параллельно занимаемся разработкой стратегии развития. В частности, вот как раз у нас сегодня две рабочие группы в офисе партии работали как раз над стратегиями развития по двум своим направлениям. И такую работу мы ведем каждый день. Например, как вы призывали в этой программе у Острева, скажем так, занимать активную позицию и перегораждать mm-hmm. трассы. Вот это что, такая работа? Давайте работать вместе. Вот молодцы, перегородили трассы. Я призывал перекрывать трассы, вот, Господь молодцы, с вами. Это призывание к противоправной деятельности. Программа в деталях. Вы очень хвалили, правильно люди сделали. Вышли на трассу, давайте работать вместе. Я специально просматривал все ваши интервью, чтобы задать вопрос. Если хотите, я вам... Они вышли на трассу, они привлекли к себе внимание. Проблема сейчас этим не решена. Потому что на ремонт дорог нужны миллиарды в Николаевской области, но они привлекли внимание. От вас и ждут, от этого вас, от вас и ждут. От чего, миллиардов? Миллиардов, ремонта, улучшения, развития инфраструктуры. Ну, мне так кажется. Вынужден огорчить людей Николаевской области, у меня нет миллиардов. Так, Максим, пожалуйста, давайте прервем этот диалог, потому что пока только вас двоих слышно. Елена Васильевна, пожалуйста. Я Максиму хочу задать один вопрос. Вы сказали правильную фразу о том, что нужно работать над стратегией развития города и над стратегией развития области. Вы депутат областного совета, я депутат городского совета. В принципе, у нас округа с вами накладываются. У нас с вами одни и те же улицы требуют ремонта. Одна и та же инфраструктура страдает от того, что туда десятилетиями не вкладывали деньги. Объясните мне, какая у нас с вами в горсовете и в облсовете может быть оппозиция и оппозиция по отношению к чему? У вас тема, ну, оппозиционного блока дороги не делать, или аптеки не делать людям, или не делать нормальное транспортное сообщение удаленным районам. Вот какая должна быть стратегия? Стратегия – это действительно комфортные условия проживания для жителей города Николаева и области. Но для того, чтобы этот тезис исполнить, надо еще сказать, а в какой тумбочке такие деньги взять. И поэтому мы должны подумать, первое, как отремонтировать дороги, где найти деньги, и до этого, где их заработать. И вот не может быть никаких протестов по отношению там к репрессиям, я не буду там голосовать за программы, или я от этой темы самоустраняюсь. Что мы с вами в городе и в области делим? В плане оппозиция или не оппозиция? Вот самый главный вопрос. Вопрос, смотрите, важный и правильно вы задали. Когда есть достаточное количество денег, никакой стратегии не должно быть. Есть только план освоения. Когда денег не хватает, тогда есть стратегия. И есть стратегически важные моменты, второстепенные и так далее. И вот разница между оппозицией и властью может быть только в видении приоритетов, целей, задач и объектов развития. Об этом речь. Конечно, я достаточно регулярно встречаюсь на вашем округе, где вы, к сожалению, вас там люди не наблюдают. Это что вы говорите? Да. Максим, спасибо. Давайте все-таки передадим слово другим нашим участникам. Андрей Острих, пожалуйста, потом Дмитрий Ходовский. Несколько ремарок. Первое. Действительно, конечно, БПП должно быть благодарно такому оппозиционеру, как Игорь Дятлов. Это подарок. Просто. Это был очень-очень слабый ход, точнее поставивший, я говорю с точки зрения политтехнологий. У меня никаких личностей пока не рассматриваем. Да? Второй момент. Смотрите, затрагивается тема о стратегии и о развитии. Я бы хотел зрителям вот в какое русло перенаправить, скажем так, луч зрения. Смотрите, когда политика построена в таком городе, как Николаев, она имеет свойство двойных стандартов. То есть на трибуне одно, в жизни другое. То есть уже давно в городе все, ну, то есть
все с друг другом как бы сдружились, уже какие-то есть взаимоотношения, да, нет жесткого конфликта интересов, который бы разрывал город, как, например, почему в столице это невозможно? Потому что в столице есть всегда группы, которые с друг другом как-то конкурируют, да. И Юрий в данном случае, это такой, он выдернул чеку из вот этого многолетнего, да, вот такого симбиоза между разными партиями, понимаете? И здесь вопрос как раз о стратегии звучит так. А какая может быть стратегия, если у нас еще все структуры построены на красных директорах, которые когда-то создавал, эти все структуры когда-то создавал бывший губернатор области, не буду фамилию говорить, и так ее все знают, да, и эти лица. То есть пока мы не разрушим вот эту структуру изнутри, которая уже сложилась, эти вот связи, да, это только можно человеком извне сделать. Мы, ну, мы не, о каких реформах мы идем речь, о какой стратегии? Она будет разбиваться о... Так просто... что разрушать? Под что разрушать? Чтобы что? Чтобы что? Чтобы что? Хороший вопрос. Нет, у меня есть ответ, но я, к сожалению, я не гость. Я думаю, что гости больше об этом расскажут. Но если вы хотите от меня, Максим, ответ, то все очень просто. Для того, чтобы сегодня привлечь инвестиции в город, нужно как минимум разогнать тех людей, которые сидят на каких-то определенных потоках и не дают там сдвинуться с мертвой точки каким-то новым прогрессивным вещам. Да. Спасибо. Дмитрий Канарский, пожалуйста. Олег Мудрак, да, что такое? Сейчас, да, после Дмитрия. Поток покажите, что подвигать, я пойду уже двину. Первое, что хотел бы сказать, я сейчас вам покажу парочку потоков. Напомнить вам о теме этой передачи, и, потому что сейчас это все превращается в какие-то политические там пинг-понги. Если честно, ну, это все выглядит так, как будто бы Максима пригласили, чтобы на него все накидывались, а он по очереди там расправлялся или не расправлялся с ним. Ну, то есть я надеюсь, что эта передача не об этом. Нет, передача на самом деле о том, что мы имеем через 2 года после разгона антимайдана, каковы настроения, каковы ожидания. То есть, смотрите, да, и то, что Максим сказал о второстепенном и о главном, главное это то, что он сейчас представляет партию Медведчука, предыдущим представителем ее был, для людей это одно и то же, вот я обычный человек, мне это одно и то же. Так вот, предыдущий представитель уже где-то там похоронен на Донбассе, некоторые тут ныли, ходили под памятником, опять же, Альшанцем. Это ответ на вопрос Александра риторический. Почему именно этот памятник? Потому что советская, российская привычка приватизировать себе результаты Второй мировой войны, она приводит к тому, что они подменяют понятие «хорошее» — это победа во Второй мировой войне, это мы. Вот мы тут стали, примазались, ленточку прилепили, все. Ну, то есть, собственно, вот зачем этот памятник был. И разводить все эти разговоры, то есть вы действительно были в оппозиции, вы считаете, что вы последовательный оппозиционер, вперед там за разграничительную линию в зоне АТО, пожалуйста. Потому что по-другому, ну, я не знаю, зачем вы сейчас вообще ведете эти разговоры. Для вас, возможно, деньги – это самое главное. Уже политика часто строится только вокруг этого, а не вокруг блага людей, чьими какими, ну, вот этими вот лозунгами постоянно эти люди это прикрывают. Это не только вы. Очень много. Володя, давайте, Олег Мудрак еще не говорил. Поэтому, ну, я хотел бы напомнить, что мы сейчас обсуждаем другую тему. Олег, чуть попозже, Максим, пожалуйста, Олег. Уважаемые коллеги, ну вот меня, собственно, я долго молчал, да, и слушал, и ключевая фраза Ярослава была, это прошло 2 года, что произошло, что изменилось. Мне кажется, что вот эта дискуссия в нашей студии, она интересна, ну, максимум 3 тысячам человек в городе Николаеве, которых интересует слабый или не слабый оппозиционер Дятлов, да, хорошо или плохо поступает БПП. Меня поразили цифры, в принципе, я их знал из видеорепортажа, где говорилось о том, что 30% населения этого города, да, вынашивает планы сепаратизма в голове, да, ну, по крайней мере, эти мысли их не покидают. Я вам скажу, самое лучшее лекарство, ну, борьбы или их лечение этих людей, это реальные экономические достижения в этом государстве. Надо из этих студий как можно больше убирать. Игорь Дятлов, опять-таки, слабый или сильный, да, оппозиция, правящая коалиция. Надо говорить об экономике, о тех шагах, которые, как минимум, на сегодня, к сожалению, большому не сделано. И тогда, через 3-5 лет, если Украина начнет и осуществит этот экономический рывок, и Крым обратит взгляды,
и, возможно, встанет вопрос о его возврате, потому что уровень жизни в Украине, там, буду надеяться, в разы будет превышать, да, экономический уровень жизни в том же самом Крыму. И, возможно, как-то решится безболезненно на нас, в чем я тоже сегодня сомневаюсь, вопрос Востока. Спасибо, Юрий, пожалуйста, вам есть что сказать. Знаете, я могу предложить совершенно более эффективный, к сожалению, нереализуемый сценарий, как 30% вот этих вот людей очень быстро отрезвить. Это их свозить вот туда, в АТО, и показать, чем заканчивается этот сепаратизм. Очень здорово сидеть в глубоко тыловом городе Николаеве и действительно искренне хотеть, чтобы экономика у нас выросла, чтобы все хорошее и ничего плохого. Но нужно понимать, что у нас в стране уже третий год идет война, которая стоит колоссальных денег. И на ровном месте одновременно вести войну и заниматься восстановлением и ростом экономики достаточно сложно. Удивительно то, что вообще мы выстояли тогда, в 2014 году, когда при отсутствующей вообще армии мы хоть как-то ее смогли собрать, и весь 2015 год мы занимались только тем, что в принципе восстанавливали из руин армию, ту же экономику. Потому что, ну, ни для кого не секрет, ведь мы жили постоянно за счет кредитов, западных кредитов. Мы не занимались развитием экономики, мы постоянно брали кредит. И в итоге утонули вот в этом все, в кредитном болоте, в громаднейшем, в стране, где отсутствует армия, на которую напали. А вы не понимаете того фрагмента, что война может продлиться еще год, еще два, и если бумажный вариант реформирования экономики, который, это сегодня бумага, это законы, которые нужно делать и нужно осуществлять, не будет происходить, то мы не только утонем в кредитах, мы даже в ил. Я смотрю ниже на эту всю историю с такой чуть-чуть специфической, околоармейской точки зрения. Да? Реформы, возможно, где-то на бумагах. Да? Но вот то, что я знаю, что Министерство обороны Украины в 2014, 2015 и, понятно, в 2016 году начало закупать еще много вещевого обеспечения для бойцов, чего раньше вообще не покупалось. Миллиарды гривен, реально миллиарды гривен. И они вкладываются не в какие-то мистические там схемы, потоки и так далее, а вкладываются в украинское производство. Мы очень сильно бодались с рядом групп влияния за то, чтобы отстоять исключительно украинское производство. А отсюда, наверное, рабочие места. Отсюда увозка на весь этот год, заказы на кожу для берцев. Ну и так далее. Александр, так подождите, Олег, пожалуйста, давайте Александру есть что сказать. У меня, собственно, есть возражение насчет того, что, друзья, давайте восстановим экономику, и тогда у нас умрет сепаратизм. Я хочу заметить, что Донецк дико богатый был город 2 года назад, что вся Украина завидовала Донецку и его экономическому состоянию, дорогам, инфраструктуре, всей остальной фигне. После этого Донецк что сделал? Донецк весь лег и стал сепаратистами. Это не работает экономика. Секундочку, пожалуйста, Елена Васильевна. Елена Васильевна, Александр, да? Вы, Саша, есть что сказать? Ну, несколько слов. Я не совсем согласен с Сашей по поводу Донецка, потому что тогда, если мы вспомним те времена, то на Донецк работала вся страна. Поэтому экономика, там, если брать, это был как бы, да, по исследованию даже иногда и дотационный регион. И вы посмотрите все решения там Кабмина и правительства за те годы, сколько миллиардов выделялось на Донецк. И шахтерам, и экономике, и в том числе. Они поэтому они жили лучше всех. Да. И тем не менее сепаратизм в голове. Сепаратизм в голове. А что касается экономики, я согласен, что война, да, действительно война. Но без экономики мы сегодня, к большому сожалению, подсели на кредиты МВФ. И когда в залах Верховной Рады, вот как бы я слышу, что вот не проголосуем за этот закон, не получим очередной транш, вы знаете, коробит на самом деле. И мое субъективное мнение, пока мы не поднимем вот на таких же примерах, как сказал Юрий, собственную экономику, ну поверьте мне, МВФ, вы возьмите как бы историю, куда входил МВФ, и покажите мне хоть один положительный пример любой страны. Их практически нет. И единственное спасение нас – это поднятие нашей собственной экономики. И действительно, в Верховной Раде я критически отношусь, очень мало экономических законов. Это факты, это мы все видим. Есть сегодня много наработанных законов, есть сегодня огромный потенциал у нас, поверьте мне, но мы же живем в Украине, мы все знаем, что такое наша Украина. И потенциал только возрождения собственной экономики. Другого пути МВФ, ну это не панацея от всех бед. Спасибо, Елена Васильевна, пожалуйста, потом эксперты наконец-то. Да, Елена Васильевна. Я добавлю одну маленькую ремарку. Мы действительно живем для себя нестандартное время.
Давайте вспомним историю развития государства Израиль. С момента создания он всегда находится в состоянии войны. Но при этом государство Израиль развивается, при этом там есть туризм. Они нашли какую-то свою собственную модель. Я не хочу проводить параллели сегодняшней Украины, но в принципе почитайте, как-то вникните в эту ситуацию, и я думаю, вы найдете много тонкостей. Я не знаю, то ли это действительно карма, то ли это просто закономерности жизни. Но мы действительно стоим в новое время, в новых условиях, и находить нам модели нужно будет экономические, и политические, и социальные. Но самое главное, что изменилось за 2 года? Друзья, я вам скажу одну пикантную вещь. Слава Богу, что же за эти 2 года в худшую сторону ничего не изменилось. Что мы сегодня с вами сидим в студии, что мы сегодня с вами планируем о развитии города и области, а что мы с вами сегодня не сидим под бомбардировками и в подвалах и не защищаем своих детей. Я вам напомню эмоциональное состояние 2-летней давности, когда у нас был гул самолетов или там шел ночью транспорт, да, то как замирали мамы и как замирали все, ну, в семьях люди, да, и думали, что вот сейчас вдруг начнется. Это были сразу события после Мариуполя. Поэтому у меня призыв ко всем, наедине с собой подумайте и цените то, что вы имеете сегодня. Это мирное небо, это благополучные семьи, и мы думаем о развитии. И за это, наверное, тоже спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Специалист по Израилю Пох и примкнувший к нему Хромовский. Пожалуйста. Елена Васильевна отобрала у меня сегодня пальму первенства, вот, поэтому я об Израиле не буду говорить, а попытаюсь побыть несколько, там, буквально минутку профаном в международных отношениях и вообще в геополитике. Возвращаясь к природе, собственно, понятия сепаратизм, да, я хочу отметить следующее. На самом деле причинно-следственную связь и вообще природу сепаратизма не обозначил на сегодняшний день никто в мире. Никто в мире не может понять, откуда это берется. Ну, правда, то есть огромное количество разных философских воззрений, научных работ и так далее, но никто не назвал истинную причину сепаратизма как явления. Потому что говорить о том, что чем беднее регион, тем он больше склонен к сепаратизму, или наоборот, чем богаче регион, тем он больше склонен к сепаратизму, невозможно. Потому что в мире есть, особенно в Европе, большое количество стран с откровенно сепаратистскими регионами. Испания, Италия, Бельгия, та же Голландия, вернее, Нидерланды, прошу прощения, так будет правильнее, Великобритания с Северной Ирландией и так далее, возьмем нашу современную Украину, да, у нас что, в Закарпатье нет сепаратистских настроений? Да полно, и они были всегда, тот же Крым до известных событий, с самого начала существования современной Украины был пронизан сепаратистскими настроениями, поэтому говорить о том, что вот Донбасс вот такой, потому что они сепаратисты, ну, это невозможно сейчас определить, будет, почему будет. Именно. Поэтому обращать внимание нужно совершенно на другое, на влияние либо внутренних фронтов, либо внешних фронтов. Ну, здесь уже должны говорить более специалисты в этом вопросе, чем я. Спасибо. Спасибо. Я хочу все-таки послушать зрителя, потом ответим на вопросы. Аркадий Дабагян с начала передачи тоже готовится что-то сказать. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Я очень старый человек. И я хочу обратиться к Юрию Бирюкову, простите, не знаю вашего отчества. Сергей. Когда я смотрела на вас, когда вы были волонтером, я преклонялась перед вами, как перед великими людьми. Рядом с вами сидят наши николаевские волонтеры. Вы сделали колоссальную работу. Вы сделали армию. Вы ее довели до человеческого армейского состояния. Что же вы теперь, входящие кабинеты власти, что же вы не объясните им, что кроме разговоров о каких-то реформах, нужно еще эти реформы делать? А делать реформы могут только те люди, которые хотят этого, а не которые боятся реформ, как черт надо нам. Спасибо.
Спасибо. Я готов ответить. Так я, собственно, один из тех, кто, зайдя в коридоры власти в виде Министерства обороны, занимался реформой Министерства обороны. А, к сожалению, вот такая у нас страна и такие у нас люди. У нас не очень много людей, которые готовы просто идти и делать реформы. Все очень просто. Так, коротко, емко. Спасибо. Очень мало людей пускает делать реформы. Сейчас мы посмотрим сюжет на эту тему. Пожалуйста, Аркадий Добоян. Ну, вы знаете, я прежде всего хотел сказать, что вот много употребляли сегодня слово «сепаратизм» применительно к Николаеву. Ну, конечно, Николаев город особый, он особый и благодаря тем событиям, о которых мы говорили, о защите областной администрации, сюжет по этому поводу был, он особый и волонтерской тематикой. Это, на мой взгляд, очень важно, но, вы знаете, для меня вот очень принципиально важно не навешивать ярлыки. Вот это слово «сепаратизм». И сегодня вот им стали как-то очень оригинально пользоваться. Я думаю, сейчас, наверное, не стоит углубляться в терминологию, но, на мой взгляд, вот я бы очень осторожно к этому относился. Потому что я уверен, что это сладкая возможность инакомыслие таким образом назвать. С другой стороны, я могу сказать, что позиция, которую сегодня занимает оппозиция наша, николаевская, ту, которую вот мы видим в городском совете, она, конечно, удручает. Потому что, и здесь я согласен, собственно, чему вы оппонируете? Ремонту дорог, ремонту школ? Разыгрывается какая-то политическая борьба. И вот, знаете, когда она разыгрывается в Верховной Раде, это, по крайней мере, масштаб. Но когда вот здесь вот кто-то начинает просто потому, что ему не нравится, как построен регламент, он нашел 2-3 ошибки, он начинает тренировать мэра, тренировать всех депутатов, показывать, что вот он... такие умнее одесского раввина. Знаете, понятно, что вот во всем этом тренинге проходит время, проходит сессия, вот она прошла, он вышел, дал интервью и ушел. Вопросы не решены. На мой взгляд, основная проблема нашей николаевской оппозиции, что это оппозиция ради оппозиции. 100%, я дерусь 100%. Просто потому, что дерусь. И вот в данном случае их отсутствие в зале, ну вот оно было однажды, не знаю, повторится ли оно, действительно, совершенно это проигрыш, потому что есть вы, нет вас, да что глобально поменялось, но нет вас, но вас меньше показали, и меньше показали, как в очередной раз, всем указали на их места под солнцем. Хочу сказать, вы знаете, оппозиция тогда интересна, когда она способна оппонировать. Я абсолютно уверен, власти, любой власти нужна оппозиция. Нет оппозиции, это уже не власть. Это монархия. И соскользнуть в это состояние опасно. И поэтому, Юрий, я совершенно поддерживаю в том смысле вас, что, конечно же, надо приглашать их в зал. Но если это дальше будет очередной демонстрацией собственной значимости, ну, боюсь, исход неизбежен. Аркадий, а давайте попросим законодателей на местном уровне ввести чистую мажоритарку и убрать политические партии. Хотите услышать ответ? Ни одна из партий не поддержит этот законопроект, потому что по регионам имеет свои сферы влияния, свое большинство. Вот когда это произойдет, когда партии в тех масштабных проектах, о которых вы говорите, договорятся между собой, тогда вводится чистая мажоритарка, облсовет, городской совет, и вся оппозиция просто расходится по округам. Я очень хочу услышать Алексея Горкушу, который, в отличие от многих нас здесь, далеко не всех, но большинства, все-таки лично знает, что это такое, причем знает не во время поезда, не за время поездок, ну, многие из нас там бывали в этих поездках, а добровольцем ушел в первые дни. Поэтому я думаю, что его мнение имеет особое значение. Пожалуйста, Алексей. Скажем так, ну, прежде всего, по поводу навешивания ярлыков и там подавления инакомыслия, мне кажется, что прежде всего не стоит множить сущности. Ведь очень просто. Сепаратист – это человек, который ставит под сомнение ценность государственной и территориальной целостности и суверенитета государственного. Если человек говорит, что да, при определенных условиях можно какую-то территорию отторгнуть, значит, это человек сепаратист. Если человек говорит, что можно понять тех людей, которые так говорят, то человек пособник. Вот и все. И мы сейчас говорим о том, что да, нужно добиваться экономического роста, чтобы быть привлекательными для там утерянных территорий, скажем, и так далее.
Ну, у нас сейчас действительно война, напоминаю, и мы не добьемся никогда экономического роста просто по одной простой причине, по причине саботажа. Среди нас, и в том числе во власти, находятся люди, которые занимаются элементарным саботажем. И никакие ваши попытки провести какие-то радикальные реформы и что-то улучшить, они все будут наталкиваться на диверсии, на торпедирование тем или иным способом. Вот и все. Поэтому и, возможно, нужно действительно более жестко к этому относиться. Саботаж — спасибо. Это тоже сепаратизм? Да, и саботаж – это одно из проявлений сепаратизма. Спасибо большое, Леша. Андрей Острев. И потом я хочу поговорить с гостями. Есть несколько вопросов как раз по поводу саботажа и всего остального. Пожалуйста, Андрей. Две заметки. Первая заметка по поводу, начну с конца, по поводу партий и мажоритарок. Смотрите, но если мы перейдем просто на мажоритарки, мы никогда не избавимся от партии вождистского типа. Это раз. И то есть у нас не будет понятия идеологических партий. Это первый момент. По поводу сепаратизма. Я не знаю, как, я не дам определение сепаратизму, но я знаю, как со своей колокольни технолога бороться с сепаратизмом. Если сегодня государство не готово системно прививать любовь к своей родине и формировать патриотизм, то альтернатива, естественно, будет расшатывание. Как на любых выборах, я как политтехнолог формирую определенную любовь к своему кандидату. И, соответственно, что получается? Уменьшается определенный процент поддержки оппонента. То есть, если сегодня мы говорим о том, что Украина – это наша там нэнька, и мы систематически действуем в этом направлении, соответственно, мы уменьшим количество, скажем, людей, которые поддерживают другую сторону. Тут просто такая простая математика. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Александр, как раз, да. Я, собственно, вам вопрос хотел задать, пожалуйста. Я два слова тоже хотел по этому поводу, если разрешите. Да, в свое время был депутатом, который как раз застал тот момент, депутатом горсовета, когда была чистая мажоритарка, Олег Иванович, полностью как бы вот согласен. Да, вот когда была чистая мажоритарка, это, наверное, был лучший созыв за все последующие созывы. И вот как только уже с 2006, по-моему, да, вот пошли уже партийные списки, там, потом 50-50, то поверьте, что вот и что горсовет, что был совет, это стало представлять, это политическая борьба. Город — это, ну что такое город? Мы тогда боролись за то, кто из нас между собой за что? За то, чтобы что-то лучшее сделать для своего округа, для своего города. И борьба заключалась чисто в этом ключе. Мы никак не боролись политически, и все равно, кто там в какой партии состоял, мы об этом даже не говорили. Вот это был настоящий городской совет, когда была чистая мажоритарка. Поэтому я с вами согласен. Александр Александрович, вы вот предвосхитили мой вопрос и даже сюжет, который я сейчас хочу показать. Я с вами не договаривался. Нет, не договаривался. Здесь у нас договоренности не работают. Но это очень хорошо, легче будет как бы его прокомментировать. На самом деле у нас очень быстро люди забывают то, что было, и вот сейчас называешь некоторые фамилии, а говорят, а кто это? Хотя даже те, кто, в общем-то, в политике достаточно долго вращается. Это к вопросу о том сюжете, который будет. А я сейчас хочу спросить, скажите, вот начало этого крестового похода, о котором мы говорим, да, оно было ознаменовано вашими заявлениями на ряд оппозиционных депутатов. Насколько я помню, Дюмин, Фроленко, кто-то еще там из них третий. То есть, это люди, которые достаточно давно уже в николаевской политике, достаточно давно в Николаевском городском совете, но заявления эти появились только сейчас. Если бы подобная активность началась полтора года назад, то не было бы сейчас в горсовете этой фракции, не было бы этих людей. Не было бы этих финансистов, не было бы этих потоков, и не было бы этой уверенности в собственной безнаказанности. Насчет безнаказанности мы с вами сюжет видели про прокуроров, поэтому это был мой ответ Юрию о том, что вот мы все-таки обращаемся в СБУ, и спрашиваем, и выясняем, и скоро уже вам всем. Никому ничего не уже, поверьте. Так вот, я хочу спросить, Александр Александрович, что мешало на протяжении всего этого времени, прекрасно зная на самом деле, что там происходит, как-то действовать? Да ничего не мешало. Обычная работа, на самом деле, депутата, в том числе и Верховной Рады. И когда ко мне все обращения, я их рассматриваю и реагирую. Точно так же поступило очередное обращение. А ввиду того, что я еще и лично знаю тех депутатов сегодня, которые вы назвали, но я писал не на Фроленко, написал на Дюмина и...
Нет, я просто писал по рынку, за который, против которого я воевал, да, и когда был городским депутатом, и второй, это кто был, я уже, честно говоря, хорошо. По поводу. Поэтому моя деятельность, я вам скажу, что касается рынков Дюмина, которые вот сегодня находятся, это Украина, там, на Клаксон и так далее, она проводилась на протяжении, наверное, 12 лет, и она всегда была последовательной. Я всегда выступал на сессиях против тогда незаконных строений на улице Космонавтов и также на проспекте Ленина и Комсомольская. Сейчас, поэтому тогда ничего нового не произошло. Тогда мы сейчас послушаем зрителя, ответим на его вопрос, а потом я продолжу свой вопрос в видеоформе. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я хочу кратко маленькую реплику. Вот Ирина Васильевна говорила об Израиле, она вспомнила эту страну. Я, как человек, который прожил несколько лет в Израиле, и когда вот приехала сюда, в Николаев, меня, знаете, что поразило вот после тех событий 2013-2014 года? Это или полное безразличие жителей Николаева к судьбе Украины, или явно враждебно настроенные граждане города. Очень мало прослойка людей, которые, ну вот, сопереживают, понимают, что это наша страна, и другой у нас никогда не будет. Это вот по общению с жителями Израиля, я побывала практически во многих городах этой страны, там даже мысли нет, мысли не защищать эту страну или как-то враждебно вообще о ней говорить. Но это теперь я хочу спросить вот депутатов городского совета, которые здесь присутствуют. Скажите, пожалуйста, программа развития нашего города. И когда я ознакомилась с этой программой чисто профессионально, я поняла, что эта программа, которая будет давать нам обмен услуги, еще там какие-то эти самые, город практически стоит. Нет у людей работы, нет заработка. Что в этой программе действенного такого, что помогло бы создать какие-то не будки, не базары, не какой-то мелкий бизнес торговли на рынках, а действительно рабочие места, стабильные, с более-менее средней хотя бы зарплатой. Вот ответьте, что в этой программе развития города такого есть, что дает надежду, особенно молодой части Николаева? Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, Елена Васильевна, у нас депутат городского совета, а Александр Нойнец возглавляет предприятие, учреждение с непонятными мне функциями, полномочиями и длинным названием, в котором есть слово «развитие». Я думаю, что он подключится. Елена Васильевна, пожалуйста. Да. О развитии города Николаева, а тем более создание рабочих мест, говорят все всегда много и долго. Эффективности от этих разговоров ноль. Но я не буду, как сказать, блистать оригинальностью. В этой программе, наверное, 1%. Это надежда на то, что мы все-таки привлечем инвестиции в город, и, может быть, у нас начнется старт каких-то рабочих мест. А под что? Под что, в принципе, создана единственная, опять же, надежда, это новое агентство развития. Подожди, ну давайте, я буду отвечать за весь, городской совет. Самое главное, нужно понять одну вещь, что такое программа вообще развития города и для чего она сегодня пишется. Это распределение бюджета. Бюджет тот, который есть у города Николаева. Для того, чтобы построить завод или фабрику, реально, не хватит целого бюджета города для того, чтобы создать рабочие места. Более того, я сейчас не буду выступать менеджером там каких-то компаний, да, для того, чтобы построить эффективное производство, нужно понять, что оно будет производить, какие будут потом источники сбыта. То есть в рамках того бюджета, который сегодня есть, это невозможно. Я не буду давать надежду на ту, которой нет. Сегодня у города стратегия одна. Это удовлетворение тех потребностей, которые сегодня есть. Это текущие крыши, это разваленные подъезды, тем более у нас сегодня вызов времени, это создание ОСББ, гражданам, которым, нашим людям нужно передать этот жилой фонд. Второе, это мы как орган местного самоуправления принимаем на себя колоссальные функции миграционной службы, регистрации недвижимости, то, что раньше делали государственные органы. И сегодня нужно отдавать себе отчет в том, что город не то, что к этому не готов, он в принципе за полтора месяца запускает эти новшества.
правительства. У нас под это нет ни штата, у нас под это нет ни мест размещения, но мы понимаем, что это вызов времени, и с ним оперативно, не тут не боремся, а оперативно решаем эти проблемы. Поэтому маленькими шагами мы сегодня отечаем на те запросы времени, которые существуют. Олег Мудрак, недавно в прошлом депутат горсовета, теперь депутат областного совета. Это не вопрос к вам, это мое субъективное мнение. Если называется стратегия стратегией, то позвольте не согласиться, стратегия не должна акцентироваться вокруг ремонта крыш, да, это не должен быть стержень, вокруг которого пишется стратегия города. В моем понимании, вы правильную фразу сказали, стратегия — это привлечение, одна из правильных фраз, инвестиций в город. Для того, чтобы инвестиции сюда приходили, нужны создание особых условий. Да? Город должен определить голубые фишки, к которым он должен стремиться, выбрать свои стратегические направления, к ним идти. К большому сожалению, опять-таки, мое субъективное мнение, стратегию города без тесного сотрудничества мэра города с народными депутатами, которые представляют в Верховной Раде как город, так и Николаевщину, никак не получится. Насколько мне известно, сегодня живой диалог мэра и городского совета с народными депутатами напрочь отсутствует. Поэтому к вам через телевизионный эфир и здесь в студии большая огромная просьба. Имея влияние определенное политическое, в том числе и авторитет перед мэром, донесите эту мысль, что ни одна стратегия города не будет выписана и не будет работать, если не будет живого взаимодействия с народными депутатами. Да, я сегодня в роли невестки. У нас как бы тема была... Вы в роли 10 минут секретаря городского совета. 5 минут, это иногда бывает очень долго. А иногда бывает никогда. И так бывает. Поэтому тема сегодняшней дискуссии точно не стратегия города. Это нужно посвящать отдельную передачу. На эту тему рассуждать можно много, очень продуктивно, но главное, чтобы был результат. Спасибо, Александр Иванович. Давайте все-таки насчет развития. Сейчас я вижу, да, насчет развития вас в роли руководителя развития Николаева и Николаевской области и перспектив, которые нас ждут. Насколько я понял по вопросу зрителя, он так звучал, что, друзья, каким образом вы собираетесь потратить бюджетные деньги так, чтобы создать рабочие места? С моей точки зрения, никаким. Потому что это будет, если это будут бюджетные деньги на создание рабочих мест, это рабочие места бюджетников, и это не то, к чему следует стремиться. Стремиться следует к развитию бизнеса. Бизнес создает рабочие места. Я маленькую. С моей стороны, я являюсь координатором офиса развития Николаевщины при облгосадминистрации, и как раз наша задача, как я ее вижу, заниматься максимально дерегуляцией и облегчением условий ведения бизнеса, как-то облегчать диалог всех возможных слоев населения с облгосадминистрацией и ускорять этот диалог. В связи с этим, например, вот в прошлый понедельник, благодаря нам, удалось ввести первую электронную услугу при облгосадминистрации, к чему соответствующая группа активистов стремилась уже полгода. Ну, вот получилось сейчас. В понедельник будет включена следующая, и так дальше. Я надеюсь, что мы в течение месяца-двух выйдем к порталу админуслуг, когда уже... это очень сильно ускорит взаимодействие гражданина с властью. Чем меньше гражданин будет тратить на это время, тем больше у него будет оставаться времени на собственную работу, создание рабочих мест, зарабатывание денег и на другие простые жизненные... Спасибо, Александр. Только если можно коротко, потому что у нас еще есть неговорившие люди. Да, и если мы говорим о привлечении инвестиций, о стратегии города, то что должен, по моему мнению, сделать самое главное городской совет? Первое. Принять ряд нормативных актов местного значения, в которых будут четко прописаны правила игры. Это касательно землепользования, это касательно размещения рекламы, это касательно всех спорных моментов сегодня, которые существуют в городе. Что у нас происходит? У нас есть какие-то территории, где мы одни хотят видеть сквер, другие хотят видеть дом, третьи хотят видеть завод. И поэтому вот из этих... трех моментов мы должны найти компромисс и понять, что же все-таки городу нужно. А для этого у нас должны быть прозрачные правила игры. То, о чем я говорю –
у нас второй год нет зонинга. Мы о каких инвестициях мы говорим, когда мы не можем принять нормативный документ, который определит, где у нас территории под производство, где у нас территории жилой застройки и вообще, где у нас человек, который имеет сегодня собственность, наконец получит документ правовой и скажет, я могу распорядиться своей собственностью. Спасибо. Это давай... еще одна тема. Для сейчас, разговора. Дмитрий Янек, пожалуйста, вообще не говорил ни разу сегодня, пожалуйста. Хочется вот по стратегии развития города, да, сказать. Вот как наш город, как наша область может быть привлекательна, если у нас такого простого нет, как дороги, как чистота в городе. Что я сказала? У нас мусор везде летает, получается непонятно, где делись эти люди, которые раньше убирали просто проспекты центральные, то есть это тоже рабочие места, которые... по-моему, куда-то делись. Это... Господа, живой эфир – это вообще такая живая материя, он постоянно норовит свалиться куда-то в сторону. Однако я бы хотел все-таки, да, я понимаю, что это можно с известной степенью, да, притянуть к тому, что два года прошло, мусор все еще летает, сепаратистов разогнали, а мусор остался. Но все-таки давайте не уходить от темы. Пожалуйста, Владимир Бегун. Спасибо. Все-таки хотелось бы вернуться к теме развития города. Юрий, вы... Нет, это очень, очень важно, потому что, ну, собственно, два года годовщина, это к чему-то мы хотели прийти, да? Вы представитель волонтерского десанта в Министерстве обороны, которые сделали архиважную работу, но реально, ну, вот, гигантическую работу, да? Вот, люди пошли, в принципе, бесплатно туда работать, как менеджеры, как двигатели этих реформ. Вот в Николаеве сегодня есть какие-то вакансии в горсовете, да, в горсовете на должностях. Знакомая пошла, волонтер, записалась на вакансию. Три человека уже есть. Кто эти три человека? Те, которые уже там были. Пообщавшись с одним из депутатов горсовета от самопомощи, она услышала такую мысль: шансов у тебя немного. Почему? Потому что тот специалист, который здесь работал, на комиссии аттестационной, или какая там комиссия будет, не знаю, да, конкурсная комиссия. Да, человек, который работал, он будет четко отвечать на вопросы, которые будет ставить комиссия. Ты, как новый человек, ничего там не расскажешь нового, вряд ли ты пройдешь. Вот какие могут быть реформы в городе, если мы оставляем весь старый костяк, который привык жить так, как живет. Депутаты что-то могут и придумать, но чиновники, которые сидят в кабинете, от которых многое зависит, остались старые. Вопрос, как новым людям пройти на эти должности, раз, каким образом их привлечь, не 1,5-2 тысячи зарплата, а да, вот это очень важно, потому что вы можете принимать в горсовете много всяких решений и электронные документообороты и все остальное, но от людей многое будет зависеть, в ближайшее время уж тем более. Поэтому этот вопрос, у вас как есть опыт, возможно, вы внесете какие-то предложения в горсовет. Ну скажем вот, так, опыт у меня был, к сожалению, скорее печальный и скорее грустный, потому что волонтерский десант Министерства обороны, это как раз были те фанатики, которые присоединились к существующей системе, где никого не увольняют, где все те же схемы работают, все те же документы ходят, где тысячи приказов министров обороны еще подписаны Лебедевым, Соломатиным, Ежелем и так далее. Но мы начали вгрызаться в систему сбоку. Не было возможности, вот как многие классы так и утопично предлагают, давайте разгоним все Министерство обороны, потом сразу наберем новое из абсолютно новых людей, и они, конечно, будут классно воевать. Не работает эта система, особенно в связи с текущей войной. Поэтому мы, в общем-то, начали действовать в Николаевской области приблизительно так же. Создано сбоку офис развития Николаевщины, которая сейчас получила статус определенный при облгосадминистрации, куда набираются люди, и постепенно-постепенно они начнут менять правила игры. Спасибо. Ну, при горсовете есть еще, или при горосполкоме, вернее, есть еще один диверсант, да, вот вашего, так сказать, из ваших рядов, хотя он не совсем ваш коллега, Дмитрий Канарский, который, насколько я понимаю, тоже пытается реализовать то же самое, хотя, возможно, другими методами. Пожалуйста, Дмитрий. Да, я хотел бы уточнить немножко, подытожить то, что Вова говорил. Он, в общем-то, говорил о люстрации.
которая не происходит. Она не происходит ни на государственном уровне, потому что закон о ней уже был подписан давно, а ну, вот последнее событие в Одессе, вы же видели, что говорят об обратном. То есть человек, который должен быть люстрирован, он сейчас является главным прокурором Одессы. Но это, ну скажем, это детали. И если это экстраполировать на Николаев, то понятно, что у нас люстрации, даже если закона нету о ней, то она не будет происходить. Поэтому люди как были, действительно, эти конкурсы будут выигрывать те, кто хоть чуть-чуть разбираются. И наш пример, вот недавно директором департамента ЖКХ стал Андрей Палько, просто потому, что он действительно, он там работает, и он знает эти проблемы. Ну, скажем, он не говорит, как их решать, но он знает, что они существуют и может их перечислить. Ну, говорят, вот дом такой-то. Там проблема такая-то. Я следую вообще логике Вацлава Гавела, который сказал когда-то, что лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. То есть нужно насильно через колено этих людей заменять, но это мое личное мнение. И по поводу стратегии развития и всего прочего, я считаю, что... Я как человек все-таки от этого немножко отстраненный от партии, от всего прочего. Я хочу сказать, что первое, что важно, это вы должны для себя определить, что самое главное. То есть по приоритетам проблемы расставьте. Не решайте проблемы там справок, потому что я справки не беру. И не решайте, пожалуйста, проблемы, в первую очередь, транспорта, там, городского транспорта, потому что, например, я им не пользуюсь. Но найдите такую тему, которая будет касаться абсолютно всех людей Николаева. И она есть, их много, и давайте об этом говорить. Хорошо, спасибо. Ладно, я хочу... У нас остается все меньше времени до конца эфира. Есть еще звонок зрителя, но я все-таки попрошу его подождать, пока пройдет наш сюжет. Я немножко другой хотел сюжет показать, но вижу, что мы можем не успеть. А он перекликается с тем, о чем говорили и Владимир Бегун, и Дмитрий Канарский, это, собственно, практически все. О том, что вообще происходит сейчас на разных уровнях власти, кто там чем заправляет. И это особенно актуально в свете того, в комментарии, который недавно дал Юрий Бирюков, сказав, что в ближайшее время будут сменены главы 7 администраций, поскольку они не нашли общего языка с советами тамошними. Я попросил мою коллегу Татьяну Милякину проанализировать итоги последних выборов. Очень интересно. И добавок к этому я хочу напомнить, что Александр Нойни совсем недавно сказал о том, что это общественность ваша демократическая. За 2 года только до того и до общественнилось, что выбрали половину отъявленных регионалов в Советы, а 25% еще слегка перекрасившихся. Давайте посмотрим, кто за что отвечает, какой там расклад и какая судьба ждет каких глав администрации, какими качествами надо обладать, чтобы не быть люстрированными или наоборот быть. Посмотрим сюжет Татьяны Милякиной. Нові кандидатури, як мінімум 7 голів райдержадміністрації Миколаївської області, узгоджуються наразі в Кабінеті міністрів. Причина зняття старих – не змогли знайти спільної мови з місцевими радами, що були сформовані після останніх місцевих виборів у жовтні 2015 року. Про це нещодавно поінформував журналістів радник президента України, голова обласної організації партії БПП «Солідарність» Юрій Бірюков. Серед претендентів на зняття – голова Арбузинського району Олександр Палій, Миколаївського району Алла Воробйова, Первомайської РДА Сергій Бондаренко, голова Баштанської Олег Сидоренко, Доманівської Василь Іванченко, керівник Березанської Володимир Трибуха. В жовтневі РДА призначення має статися внаслідок обрання Вікторії Москаленка головою обласної ради. Всі ці призначення сталися за поданням обласного керівництва Кабінету міністрів України згідно з указом президента в 2014 році, після Майдану, окупації Криму, а деякі призначені після початку військових дій на Донбасі. Формулювання їх зняття «не склалися стосунки з місцевими радами» напевно надто узагальнене. Наведемо цифри. До районних рад 19 районів Миколаївщини увійшло 13 політичних партій. В п'ятірці – лідерів БПП, «Наш край», «Опоблок», «Батьківщина», «Укроп». В міських радах міст обласного підпорядкування лідирують «Опоблок», «БПП», «Наш край». В міських радах міст районного значення – лідери БПП, «Опоблок», «Наш край».
В Арбузинському районі 18 з 26 депутатів районної ради висловили 25 грудня 2015 року голові районної адміністрації Олександру Палію недовіру через ігнорування їх думок, невирішення проблем з дорогами і соціальних питань. В списках на зняття з займаної посади керівник Березанської РДА Володимир Трибуха. Не склалися стосунки за формулюванням радника президента і у голови Доманівської РДА Василя Іванченка. За політичною складовою в лідерах райради – БПП «Наш край» – партія простих людей. А ось керує районною радою 7-го скликання Тарас Кушнір. В 2013-му він був головою Доманівської районної адміністрації, в місцевій пресі розповідав про економічні та соціальні здобутки і був прихильний зрозуміло до якої партії влади. Перефарбування і зміна кольорів стала тенденцією останніх 2 років. Яка там люстрація? Прізвища голови Новоодеської РДА Євгена Вербіна немає серед 7 претендентів на зняття з посади. А ось загальновідомі факти. Багаторічний мер Нової Одеси, колишній керівник районного центру зайнятості, восени 2013 року вступив до лав партії регіонів, став головою міської первинної партійної організації, а вже в квітні 2014-го був призначений очільником Новоодеської адміністрації. Бажаючі можуть почитати місцеву пресу, аби поринути у факти і коментарі щодо оцінки діяльності нового керівника. До речі, нещодавне перекриття траси в районі обуреними мешканцями, що вимагали повернення своїх ділянок, голова прокоментував так. У нас є такі в районі депутати, скажімо так, ну не так, а депутати, які замість того, щоб взяти оцю сторону селян, надати їм консультацію, привести їм, надати допомогу, привести зустрітися зі мною, або хоча б мене поінформувати, що є таке питання. Вони сьогодні взяли, організували транспорт, організували, підбурили людей, значить, і привезли людей абсолютно, ну якби підбурили їх до того, що от ви перекриваєте дорогу, нам сьогодні треба шоу в Новоодеському районі. Рік тому в ефірі програми «Контраргумент» вже відбувалася розмова про те, як керівник Новоодеського району був люстрований, один раз побував в зоні АТО і отримав статус учасника АТО. Наводимо фрагмент програми. Хоч один чоловік сяде? Ну, хотілося б. От, чесно говорю, хотілося б, щоб слідуючому не хотілося ставати учасником АТО з одної поїздки. Тобто, що там не сильно підказуєш? При цьому, що ви не вилізаєте із АТО, у вас нету такої справки. У мене нету. Що я хочу сказати, що у волонтера нету той справки, він їздить по 2-3 рази в неділю в зону АТО. Він ночує там, він їздить під взривами, обстрілюють їхні машини. І це на протяжении самого начала воєнних дій. До сих пор у них нет учасника в АТО. Но какую-то чинуша имеет учасника АТО. Ну давайте по Новой Одессе. Господи. Завтра займаюся лично. Висновки, як то кажуть, робіть самі. Що змінилося за цей рік? Кандидатури 7 голів адміністрації обговорюються, узгоджуються у Кабміні. Наскільки швидко і якісно відбудеться цей процес, сказати складно, виходячи з того, скільки сил урядовців було кинуто на подолання політичної кризи в країні. Спасибо. Юрий Ипатенко, который молчит с начала передачи, приехал именно для того, чтобы прокомментировать этот сюжет. А потом, пожалуйста, Юрий Бирюков. Я хотел бы, естественно, я очень уважаю Юрия Бирюкова, знаю его заслуги перед Родиной. Все, и с самого начала, ну, я участник тоже Майдана серьезный, чуть не выгорнули тогда в свое время. Это знает и Александр Александрович, и хорошо знает и Вадим Мериков, знают все участники, кто был именно с самого начала на Майдане, с 2013 года начинать. Ну, с приходом вашим, Юрий, я хочу вам задать вопрос. Я понимаю Водотурского, это человек, по-моему, неземной. Я не хочу его оскорблять. Понимаете, но с вашим приходом я рассчитываю на вашу честность, порядочность. Уберите эту, это... Просят жители района, уберите эту сволочь с района. Вы понимаете, я называю вещи своими именами. Понимаете, это ворюга. Я вам дам документы, которые... Это до сегодняшнего дня есть. Голова осередку партии регионов. На сегодняшний день номер 28 осередок. Юридический адрес, это его домашний адрес. Числится полностью у регистрационной службы юстиции.
Понимаете? Это ворюга. Очень серьезного такого. Организованная злочинность. Это люди, которые прекрасны. Мне обидно, вы понимаете? Люди идут только к нам. Больше никуда не идут. Только идут к нам. Да, я депутат районной рады. Я глава фракции. Я глава постоянной комиссии земельной. У нас началась земельная лихорадка. Вы хорошо здесь говорите все о городе. О городе Николаеве. Как его экономически. Ну, все смотрите за район. Никто ничего не сказал. Что в районе только земельная лихорадка. Если была золотая, она сегодня земельная. Делят все, что видят. Вот есть хороший представитель, депутат сельской рады, Сабинской сельской рады. Понимаете? О, она тоже пару слов, я думаю, сейчас скажет. Давайте, только, пожалуйста, очень коротко, у нас осталось буквально 7 минут до конца эфира. И что хочу я вам сказать именно по главе администрации. Как может человек, который державе нанес сбытки на сегодня Сухоиланецкой сельской раде 2 миллиона, понимаете, 2 миллиона. И на сегодня проходит по статье, криминальной статье 364, часть 1, злоупотребление властью, возбудила Вознесенская прокуратура. Как он может работать до сегодняшнего дня? Вы про офшоры слышали? И пользуюсь на сегодня, пользуюсь возможностью, я хотел бы вам передать документы, чтобы вы ознакомились. Хорошо. Что это за человек? С 2002 года идет только по криминалу, и именно до сегодняшнего дня, и именно хищением державного майдана. Спасибо. И примите, пожалуйста. Все, Юрий Владимирович, спасибо. У нас почти не осталось времени. Очень важно услышать комментарий Юрия Бирюкова. Он касается, я надеюсь, он будет касаться не только ситуации с Новой Одессой, о которой, вполне возможно, вы не знаете. Ну, действительно, человек сравнительно новый в николаевском политикуме. А и вообще вот все это истории со сменами глав администрации. Я вас прошу от людей. Все, Юрий Владимирович, пожалуйста. Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Глава территориальной областной организации партии, любой партии, не может менять глав районных госадминистраций. А советник президента? Точно так же. Могу посоветовать? Совершенно верно. Посоветовать? Да. Да. То есть насчет Иванченко и Требухи вы посоветовали? Требуха был со мной на Майдане, он чуть не погиб, вы понимаете, в Киеве. Он был со мной, я знаю этого человека очень хорошо, это порядный человек. Хорошо, а вот этот финансировал антимайдан. Юрий Владимирович, подождите, все. Мы затянем эфир и придется нам на полусловие прерываться. Юрий Сергеевич, пожалуйста. Я просто хочу понять, поскольку было очень любопытно, что вы не комментировали заявление главы администрации. Это не было заявление главы администрации, ну, при котором вы сидели и кивали головой. Это заявление, которое прозвучало исключительно из ваших уст. Угу. И не было никаких других комментариев со стороны Вадима Ивановича Мерикова. Я понимаю, что к этому все-таки есть некоторое, может быть, косвенное, может быть, очень отдаленное, может быть, совсем такая, знаете, воздушная, но все-таки ваша причастность. Поэтому вот я хочу спросить, почему по поводу этих людей вы говорите о том, что они... Ну, было бы странно, если бы Требуха или Иванченко нашел общий язык с советом в значительной степени, состоящим из регионалов. И в то же время совсем ничего удивительного, что руководитель партии регионов, городской партии регионов в Новой Одессе Вербин находит общий язык со своим советом. Так скажите, пожалуйста, что является критерием для руководителя районной администрации, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, цифра 7 там далеко не финальная. И цифра меняется постоянно, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. И просматривать будем кандидатуры по другим районным госадминистрациям в том числе. И где-то решение будет принимать Вадим Иванович в ту или иную сторону. Наша задача сейчас, перед нами была поставлена задача просмотреть ряд кандидатур и оценить, насколько мы с этими людьми сможем сотрудничать с точки зрения партии БПП «Солидарность». Что, собственно, было сделано? Что, собственно, было озвучено? Ни больше, ни меньше. Да, сегодняшний хорошо. День сказал хорошо. Спасибо. У нас уже минут 15 ждет звонка зрителя. Я думаю, что все, кто что хотел услышать, то ответили. Сейчас мы еще послушаем Алексея Гракушева. Юрий Владимирович, я просто-напросто сейчас вас выведу из студии. Пожалуйста, ваш вопрос, говорите. Добрый вечер. Значит, во-первых, я хочу сказать, что сепаратизм бывает законный и незаконный. Вот пример законного, это Шотландия, Каталония. То, что делалось в нашем Николаеве и в стране, это еще незаконный сепаратизм. Вот. И всем известно, что романтики делают революцию, а пользуются ими
Ну, вот среди гостей у нас сидят три члена БПП, и четвертый, по-моему, тоже примыкает к ним. Делайте выводы. Насчет развития экономики, я хочу сказать, что вот Рузвельт строил дороги без денег. Вот спрашивает, где же деньги, в какой тумбочке? Ну, в тумбочке у Лозинского есть деньги, я думаю. Вот. И последнее. Вот пикет этот был зарегистрирован. Значит, надо было к нему выйти, а хотя бы ответить по существу. Будет ли сниматься «Звезда»? И будет ли развиваться так называемые братские связи с Москвой, Санкт-Петербургом и Петрозаводском? Спасибо. Спасибо большое. Алексей Игрокуша, все-таки хотелось бы услышать позицию человека, который гораздо больше времени, чем все мы вместе взяты. Ну, разве что, может быть, за исключением Юрия Бирюкова провел на передовой. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что вот мнение, которое было высказано в опросе военным, да, человеком, насчет того, что существует разочарование в Майдане и его неприятие среди военных. Такая точка зрения действительно бытует среди военных, там в том числе и в АТО. И такая точка зрения действительно бытует и среди молодежи, какая была высказана. И 30% это на самом деле, это не шокирующая цифра, на самом деле, мне кажется, она больше. Не говорится о том, что так откровенный сепаратизм, но люди настроены скептически, скажем так, мягко говоря. И мы сейчас эту информационную войну, мы ее проигрываем по одной простой причине, что мы ее просто не ведем. Против нас она ведется, мы ее не ведем. И можно, конечно, говорить о том, что вот мы наведем порядок в экономике, мы построим инфраструктуру, мы станем привлекательными, и все к нам потянутся. Но действительно, ведь люди, которые активно принимают участие там, в боевых действиях на стороне сепаратистов, ведь они же там тоже не, как бы, не живут в роскоши, да, они живут там с еще большими проблемами, чем мы. Тем не менее, они воюют на той стороне. И, значит, дело не совсем в экономике, не только в экономике. Дело еще, наверное, как-то надо за души бороться, да. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что, наверное, тот сюжет, который мы видели о бриллиантовых прокурорах и о том, как у нас все с этим происходит, он отвечает на многие вопросы относительно того, где мы проигрываем борьбу за души. Вот Андрей Остров, Аркадий Добогян хотели что-то сказать. Пожалуйста, господа, очень коротко, а сейчас мы уже будем идти на финал. Вот как раз вот это, к этой тематике, вот то, что вот предыдущий говоривший говорил, да, опять же, я хочу повториться, что... Саша, прекрати болтать. Все-таки хотелось бы действительно, чтобы мы прививали любовь к своей стране, воспитывали патриотизм. Патриотизм с неба не упадет. И когда мы говорим, почему мы не патриоты, ну так а что мы сделали для того, чтобы люди заболели, да? Если там, скажем, та же Америка, там он с детских лет знает, что это американец, это круто, это... А мы какой бренд прокачиваем? Ну, то есть, я не знаю, пока я его просто не вижу. Спасибо. Аркадий. Я очень коротко. Юрий, я понимаю, что задача очень сложная. Я понимаю, что на самом деле, фактически мы говорим о топ-менеджменте этих районов. Я понимаю, что там очень сложные взаимоотношения между топ-менеджером и советами. Но действительно решение этой задачи, оно по-настоящему важно. То есть это, в общем, настоящая битва, и я искренне желаю победы, потому что, по большому счету, сегодня блок Петра Порошенко воспринимается как правящая партия, но, к сожалению, большому, вот конкретные рычаги правления, пока вот то, о чем мы говорим, да, они, может быть, до конца непонятны населению. Это первое. И второе. Вы знаете, среди тех людей, которые скептически относятся к той ситуации, которая сложилась в Украине, очень много людей пожилых. Эти люди не дождутся, к сожалению, большому реформ электронных. Им, к сожалению, не совсем понятно вот те далеко идущие стратегические проекты, о которых мы говорим. Есть очень важная задача, текущая задача. Они должны увидеть что-то сейчас. Есть бюджеты, есть программы развития, стратегия, есть бюджеты и есть правильное их распределение. В этой ситуации я хочу еще раз сделать акцент к депутатам всех уровней, областных, Верховной Рады, городских. Коллеги, они не могут ждать. Им не так, к сожалению, да? Поэтому вот, собственно, вот я хотел сделать два таких акцента. Спасибо. Спасибо. Я прошу буквально за 30 секунд выступить Александра Ухмановского со своим традиционным финальным спичем. И по полминуты у нас будет на гостей. Мы за 30 секунд небольшим... не успеваю. Я уже как-то говорил, не употребляйте слово сепаратизм, если хотите выиграть информационную войну. Сепаратисты хотят отделиться и создать свое государство. В нашем случае, в украинском, они хотят, чтобы пришло другое государство и взяло территории. Поэтому говорите предатели.
Это не сепаратисты, это предатели. Второе. Войну за души. Ну, единственное, из всех присутствующих, коллега Новинец, мне понравился вот то, что он говорил. Войну за души мы проиграли. Проиграли трижды. Если я сторонник Майдана, но давайте говорить честно, Украина — это страна 404. Я говорю как патриот Украины. Потому что, простите, но мы Ильюка позорим за законы 16 января, но какая партия принимала закон про партийную диктатуру и чей президент подписывал? Наш БПП. Я не хочу говорить про офшор, я говорю, хочу говорить про то, что говорю сейчас. Если мы говорим про победу самоделкиных, самобеспомощи и всех остальных, о ком говоря сейчас, самопомощи нашего однопальцевого мэра, то давайте говорить о том, что городская власть импотенты. Потому что полгода назад мы в этой студии говорили про то, что необходимо просто убрать коррупцию в маршрутках, и гривну сразу можно срезать по стоимости. И я знаю, источники говорят, что действительно перестали нести в транспортный отдел горисполкома денег. И что? 4 гривны? Вы понимаете? И что? И когда говорят БППшники и так далее, самопомощь, естественно, о том, что активисты вам что-то должны. Ребята, мы вас выбрали, забудьте, что мы вам что-то должны. Мы вам больше ничего не должны. И если в голову депутатам БПП, партии, которая сражается за нашу страну, нужно вкладывать активистам и бороться мысль о том, что с российскими городами нужно разорвать побратимские отношения. Господа, простите, вы о чем думаете вообще? О чем-то вообще думаете? Сейчас наш мэр, в принципе, так же, как весь горсовет, заняли позицию импотентов, потому что ни одна ситуация не решается. В школах продолжают брать, обдирать ОПГ, врачи нас обдирают, так как сказал Аркадий Добогян, мы умираем, и вы ни хрена не делаете. И именно поэтому сепаратизм, предатели, все будет все больше и больше наращивать свою массу. Потому что ничего не меняется. Спасибо. Спасибо. По полминуты мы уже сильно перетягиваем время, но, пожалуйста, вложитесь полминуты каждый. Александр. Окей, хорошо. В таком случае, пользуясь случаем, я хочу призвать разорвать братские отношения со всеми городами, которые кому-нибудь придут в голову, уничтожить все символы советского наследия и перевернуть флаг. И сразу мы станем счастливыми. Да. И Россия агрессором признает. Спасибо. Ответ абсолютно в духе создателя и вдохновителя сайта Петра Мазепа. Пожалуйста, Юрий. Мне ничего добавить больше. Александр Александрович. Я бы предложил все-таки, знаете, встречаться по более, ну, таким конструктивным, приятным поводам. И вот оппозиция сегодняшняя в Николаеве, пускай эта оппозиция, хочу и пожелать, чтобы она была конструктивной оппозицией. Пускай... Я вас правильно понял? Разгон антимайдана для вас неприятный повод? Разгон антимайдана у нас мы просто сегодня по поводу того, что годовщина. Я говорю, давайте находить моменты, чтобы вот и приятные для встречи. Я это имел в виду. Поэтому вы немножко неправильно поняли. И поэтому хотел бы, чтобы и оппозиция, и позиция, и власть, вот они как бы спорили и о чем-то ругались, о том, как улучшить жизнь для людей. И вот это, мне кажется, то, что нас всех объединит, безусловно. Спасибо. А что касательно флага, вот я просто 20 секунд заберу свои коллеги, действительно, там говорили, что это флаг, то давайте и над нашим украинским флагом тоже подумаем. Вот когда бываешь в других странах, то там вот что меня удивило, то идешь по улице, и вот видишь, на каждом доме частном висит флаг, то у нас почему-то вот такой традиции нет. Я хочу привить эту традицию, вот у меня будет эксперимент, это в селе там... по Баштанской трассе за пересадок. Я хочу вот все деревни на каждом доме повесить украинский флаг. Я думаю, это будет какое-то начало того, что воспитание в том числе наших людей, что это наш флаг, и это вот... И понесем взятку врачу, учителю, прокурору. Я думаю, здесь есть целый ряд... Нужно начинать с детей и с символики. Я думаю, что целый ряд участников нашей программы, а также большое количество зрителей подскажет вам, что они еще могли бы предложить повесить на этих деревьях. Елена Васильевна, пожалуйста. Ну, я не буду комментировать, понести там взятку врачу, учителю или еще кому-то. Я так вот могу ответить за себя. Я взятки не носила принципиально.
Ну, в принципе, это моя жизненная позиция. Насчет голосования могу ответить лично за себя. Я проголосую за тот проект решения, если он будет подготовлен. И вообще, в принципе, я живу так, что отвечаю за себя, за свои поступки и могу, ну, не скрываясь, о них говорить. И за поэтому, своих избирателей. И за своих избирателей. Поэтому я понимаю о том, что у меня ответственность за мой округ. Это те там, там живут и пенсионеры, и молодежь. Кстати, у меня такой территориальный округ, что пенсионеров больше. Ну, так получилось. Поэтому я действительно в ответе за этих людей, потому что они, ну, условно обездоленные, потому что власть, неважно какая, она просто ими не занималась. И у них точно нет каких-то знак сепаратизма. Да, у них есть тоска за Советским Союзом. А то, что с экранов телевизоров сегодня льется там сепаратизм или не сепаратизм, вы поймите, люди как губки, они впитывают в себя это. А старшее поколение, они вообще зациклены на этом. Телевизор для них это, ну, непревзойденный авторитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ценили друг друга, чтобы мы были толерантны в отношении друг к другу и все-таки ценили тот мир, который у нас есть. Да, я ярый противник предателей, которые действительно не ценят свою страну. Мы говорили о том, что вот у нас звонок был телезрителя, опять возвращаясь к Израилю, там люди ценят свое государство, свою землю есть и свою... Что? Не есть за что. Они создали вначале то, что у них все есть, а у них ничего не было, потому что в свое время они это утратили. Дякую, Ілона Васильівна, дякую усім, хто був з нами в студії. Як завжди, вибачте, панове, ті, кому не дісталося досить часу для того, щоб висловити свої думки, адже багато у нас сьогодні у студії учасників і усім є що сказати. Втім, хоч Олександр Олександрович казав, що варто збиратися побільше приємним приводом, я думаю, що і подібного роду приводи також заслуговують на те, щоб бути обговореними у цій студії. І, напевно, що це не останній раз, коли ми говоримо про подібні речі. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.